запись нажать. Все, нажал запись. Для тех, кто с записи смотрит, большой привет. Начало немножко пропустили, но это ФФА, наша стандартная, любимая ФФА. Случайные расы, случайные герои. Поехали. Готово. Кажется, это лишний... А, нет, не лишний. Второй барак я поставлю точно снизу. Но не агрессивно, а скорее на дефенс. Дефенс. Не хватает денег. Как-то вот так вот. Бабла не хватает. На вторую арчу. 3 секунды паузы. Больше. Надо выкапываться нафиг. И... Нага, окей. Жду приказа. Беру стрелку на стрелку. А, тут эльф. Со вторым бараком, ё-моё. Ваш ход. И патма. Готово. Хорошо. У нас есть дела. Включаю стрелку. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Сейчас мы попробуем подэмэджить патму, потому что она... Укажите мне путь. Уже пора? Им не уйти. Ваш ход. Надо больше мануэла ставить. У нас есть дела. Так, взяли. Здесь надо... Время не ждет, смерть. Так, надо барак ретаргет сделать. Веспа притащить. Еле спас его, еле спас. Положись на меня. Жду с нетерпением. Укажите мне путь. Время не ждет, смертный. Уже пора? Атера ваш нас. Жду с нетерпением. Великолепно. Мой лук всегда со мной. Так, это реинфорсмент. Уже пора? Я готова. Во имя Аза. Сейчас он переключится на... Время не ждет, на мага. Смертный. Сколько тебе я стырил, но он добил. Нужно больше мунвелов. Нужно здесь сделать так, нужно здесь готов сделать так. Снизу еще один эльф. Ё-моё, как у же плохо, да? Жду с нетерпением. Нужен грейд на Т2. Укажите сейчас мне выкапываться и идти. Ну, в смысле, там пытаться ставить базовую. Это очень-очень-очень рискованно. Укажите мне путь. Презент рядышком. Да. Хорошо, сагрели. Я готова. Укажите мне путь. Сагрели это жду очень хорошо. Слишком просто. Жду с нетерпением. Сейчас он должен там выкапываться, по идее. У нас мы есть всегда. Варька. Ваш ход. Добиваю. Мой лук всегда со мной. На меня. Ваш ход. Время не ждет. Почему-то. Смертный. Я готова. Укажите мне путь. Положись. Презент уже второго левела, во-первых. Уже пора. Во-вторых, я не думаю, что надо. Да, готов. Мой лук всегда со мной. У нас есть. Нужен магазин, цена. Вроде как. Уже пора. Ваш ход. Укажите мне путь. Жду. Товарика крепанулась. Надо вот здесь еще последить. Время не ждет. Он может идти крепиться. Жду приказа. Здесь барак укажите точно не нужен путь уже всем. Положись на меня. Жду с ваш нетерпением ход. Хорошо. Исполняю. Мой лук всегда со мной. Так. Магазин. Ваш ход. Ни слова. 6 арчей вполне хватит. Великолепно. Я не буду стрелку врубать пока. Жду приказа. Уже пора. Мой лук всегда по твоему приказу. Жду приказа. Не надо стрелку врубать. С нетерпением. Уже пора. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Ваш ход. Жду приказа. Ваш ход. Ждет смертный. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Надо сейчас обязательно мой просто врываться в эти. Хорошо. Не проблема. Ну, короче, всеми атаковать Варю. И тогда скрипт сработает таким образом, что... Мой лук всегда со мной. И Хантерс Холл нужен. Положись на меня. Не-не-не-не-не, назад. Что за лаги-то, ё-моё? По твоему приказу. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Да, тут уже крипится. Закрепился уже. Кажись, закрепился. Всегда со мной. Твоя воля. Готов. Укажите мне путь. Ну вот я сейчас могу переагрить, короче, всех. Бью без промаха. Укажите мне путь. Ваш ход. Исполняю. Нужен, очень нужен второй герой. Жду приказа. Очень нужны стафы. Время не ждет. Надо выманивать. Положись на меня. Просветку надо было еще взять. Тоже лишней не была бы время совсем. Ждет смертный. Жду с мой лук всегда со мной.
Попробую на халяву, на самом деле, тут закрепиться. Вряд ли получится, он уже рядышком. А нет, получилось. Правда, флейту я не взял. Жду приказа. Арчу теряем. Потому что стафа не было. Есть форки делаем. Грейд сразу на Т3. Мне путь. Не проблема. Потому что медведи — это наше все. У нас есть дела. Мой лук всегда со мной. Укажите. Блин, не дай бог, он сейчас еще получит следующего героя. Жду приказа. Хорошо. Ну, в смысле, третий левел. Ну, вроде нет. Да, и сверху нападает. От этого я и боялся. Я сагрил, получается, двоих. Еще подлаги клевые. Ни слова больше. Тут крайне сложно будет отбиться. Покажите мне путь. Время не ждет смерть. Я оставлю вторую лорницу. Бладмейдж. Ну, так себе герой, на самом деле, под лагом. Мой лук всегда со мной. Слишком просто. Алхимика надо мочить. Укажите мне путь. Положись на меня. Ваш ход. Зерадо. Попробую алхимика забрать, пока он... А, он со стафом. Жду приказа. Ни слова больше. Со стафом, да. Зло приближается. Изерадо. Да будет так. Укажите мне путь. Там барак стоит, стреляет, приказа, молодец. Там талон нужен. Укажите мне путь. Мне вроде как здесь нужно... Жду приказа. Ваш ход. Жду приказа. Я жду, смертный. Всегда со мной. Укажите мне путь. Жду приказа. Ваш ход. Уже пора? Жду приказа. Твоя воля. Да, беда. Укажите мне путь. Ну, я пытаюсь ману восстановить, потому что только за счет маны тут как-то можно справиться. Мой лук всегда со мной. Укажите мне путь. Изерадо. Дальше нужны медведи, нужен лес. Опять лагает, блин. Мой лук всегда со мной. Не проблема. Готов. Я устал ждать. Уже пора? Ваш ход. Мой лук всегда со мной. Я люблю природу. Положись. Протекторы уже идут. О чем шумят деревья? Зло приближается. Что случилось в наших лесах? Уже пора? Точно. Сойдет. Говори. Изерадо. Что произошло? Протектор копался. Это КГ. На дне. Просто на дне. Понимаете, с одним посражался, потом пошел на второго, первый, соответственно, закрипил, и все, и ГГшечка. Очень плохо. Хост Люся, надо больше попросить не хостить, ну или не заходить просто к ней, к нему. Потому что микрофризы в таких моментах, они достаточно сильно решают. Подлагивала. Но не в этом была, естественно, причина поражения. Но оно усугубляет, естественно. Винстрика не будет, увы. Так, сейчас там отвлекусь. Ну что, какая ФФА там Близкон идет? Ну, смотрите, Близкон. Я не очень хочу. Правильно сделал Майкер. Смысл играть, если не выпал Блейд и Паладин. Да, герои, конечно, специфичные выпали, но, во-первых, третьего мы не видели. Не дожили просто до третьего, потому что Грейд на Т3 не доделался. Как ровным, ну, как, в общем-то, и Орбы, и там Медведи и прочее. Ну и... Вообще, да, на таких респах выходить медведи ненадежно. Надо делать арчей талонов и грейд на Nature Blessing. Тогда можно хотя бы позиционно поиграть. Ну, это убогий лимит, конечно. Его со временем нужно заменять. Но зато можно пропушить соседа. Идти далеко не нужно. Опять Юлия. У меня... Так, сейчас, секунду. У меня одного... Спайки были в игре. Окей.
Ради ГЛХФ стримов. Жалко, что за модный стул. Да он уже старенький. Ну, в смысле, как старенький, его больше года уже как купили, ему, наверное, полтора где-то года. Удобный, типа ортопедический. Заставляет сидеть прямо. Ну, по крайней мере, в нижней части позвоночника. Слот Zero Eagle просил. О! Ну что, винстрик? Давайте, до этого ничего не было вообще. Просто ничего не было. Опять подлаги. Ну что ж ты будешь делать? Ну, вы видите эти фризы, да? Так, барак. Где же его ставить? Здесь рискованно, сорваться могут. Надо чуть ближе ставить. Надо было сразу добывать золото, потому что в прошлый раз, когда я такой билд использовал, не хватало бабла на вторую арчу. А это плохо. Это очень плохо. Какой счет? Счет 0-0. Первая игра. Какой может быть счет? Опоздавшим штрафные. Мунвелл я, пожалуй, второй лучше сделаю поближе тоже к потенциальному экспанду. Второй барак точно будет на входе, но этот резв значительно лучше. Во-первых, вряд ли будет борьба за эту базу. И не факт, что будет борьба за верхнюю, потому что там у человека он может сюда пойти нычку поставить. Это же вполне вероятно. Я даже на этой почве, скорее всего, барак поставлю ближе. Сверху, чтобы не только защищаться, не столько защищаться, сколько... Я готова. Поздно виспа вытащил. Ваш ход. Паладин первым героем. Хороший герой для эльфов. Весьма. Жду. Придется, правда, сходить покрепить зеленую точку. Даже, наверное, дострою арчей. На нижней... Ну, потому что тут не хватит мне, чтобы нормально крепиться. А тут недостроено. Да, ладно. Не будем форсировать события. Бью без промаха. Мне неведом страх. Там-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Надо сделать ретаргет, потому что паладин лечиться сам особо не может, а вот лечить может. Укажите мне путь. Мой лук всегда со мной. Тем более пирсинг урон по арчам он не только от средней брони меньше наносит, но и из-за их пассивки. Мой лук всегда со мной. Ой, а тут оказывается, да. О чем вы просите? Ваш оказывается, пошел крипинг. Будем ли сражаться или сами покрепимся? Я думаю, надо самим крепиться. Grubby adopted me. Не-не-нет. А, да-да-да-да. Ваш ход. Мне неведом страх. Ладно, черт с тобой. Я готова. Нужен Мунвелл. Внемлю вашим словам. Жду приказа. А лучше два. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Кривой висп. О чем вы просите меня? Священная роща осквернена. Да ладно, ты пойдешь дальше, что ли? Укажите мне путь. Абсолютно без разведки, абсолютно неадекватно. О чем вы просите меня? Я в шоке, если честно. Хорошо. А, он проверял, креплю или я или нет. Я готова. Ваш ход. Мне укажите мне путь. Тогда нормально. Жду приказа. Еще парочку виспов надо заказать. Чем вы просите меня? Внемлю вашим словам. Мой лук всегда со мной. Мне неведомо. Жду приказа. Священная роща. Мое сердце жаждет битвы. Жду приказа. Внемлю укажите мне слова. Путь. Я пробую. Готов. Надо сделать грейд. Или сначала нычку поставлю. Рок ветров для паладина. Ну, вначале, конечно, мы его поносим с вами, но
Но он, конечно, не нужен мне будет спустя пару уровней. Там of experience хорошо. Вообще верхнего эльфа можно лорницами убить. То есть через две дриады, выход медведи и все. Мой лук всегда со мной. О чем вы просите меня? Делаю грейд на Т2, наконец-то. Стреляю. Мне неведом страх. Жду приказа. Внемлю вашим словам. Барак немножко пришел в себя. Внемлю вашим словам. Так почему-то танкует опять. Почту за честь. Паладин. Мне неведом страх. Второй хил есть. Здесь я поставлю барак, чтобы защита была базовая. Невидимые стражи, хорошая тема. Пойду поставлю одному соседу и поставлю второму соседу. Здесь выкапываемся, потому что можем. Делаем Hunter's Hall для грейдов, магазин на будущее. Здесь видим Крио. Его, кстати, убивают. Я подрежу у него одного футмена. Нифига себе там у него. О чем вы просите? Мудрость его бьет. Сердце жаждет битвы. Ой, да ладно. О чем вы просите? Укажите мне путь. Бью без промаха. Неудачно получилось. Мне ваши слова. Мне неведом страх. Жду приказа. Не, не надо лезть. Битвы. Он там ставит базу, пусть ставит. Господи, я не против совсем. О чем вы просите? Хотел нахалявить, да не удалось. Ты один у него. Мне неведом страх. Мой лук всегда. Сначала вард надо поставить, битвы, чтобы не крипджекнули. Жду приказа. На халявку. Укажите мне путь. Жду приказа. Мне там уже. Страх. А, вот он здесь. Внемлю вашим словам. Мое мой сердце жаждет битвы. О чем вы просите? Уже лорница, Патма. Будет исполнено. Готово. Ваш ход. Опасно. Готово. Жду приказа. О чем вы просите меня? Очень опасно. Ваш ход готово. Прям очень наши опасно. Воины вступили в бой. Внемлю вашим словам. Ну, во-первых, у него сокол на разведке, то есть он бы увидел, что я криплюсь. Это первое утверждение. Второе, у него раньше грейд на следующий тир. Это уже есть второй герой, и идет процесс. Поэтому мне сейчас нужно очень аккуратно. Древо не может расти здесь. Третий бист. Жду приказа. Надо выкопать, наверное, барак. Поставить его как-то здесь. О чем вы укажите просите? Мне древо выращено. Пытаться заказать второго героя. Сразу лорницы. С запасом виспов. Мое так, он, скорее всего, битвы. Крепится сейчас. А я не должен был просите? Позволять ему укажите это делать. Мне неведом страх. Мой лук ну, крипджекнуть-то можно было бы. Но уже поздновато, кажется. Мой лук всегда со мной. Смерть верная! Покажите мне путь. Мой лук всегда со мной. Так, и у меня ни еще нет грейда на арчей. Мне неведом страх. Как прикажете? Ваш ход. Внемлю вашим словам. Отлично. Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Жду мне приказа. Страх. Уходим. Внемлю вашим словам. Дрядки, дрядки нужны. Ваш ход. А здесь как? Мой лук всегда со мной. Мое сердце жаждет битвы. Здесь вроде тоже надо атаковать. Блин. О чем вы просите? Ваш ход. Уже нет, не про такую. Жук. Да ё-моё, ну как так-то? О чем вы просите? Жук с паладином, но они же вообще не сочетаются. Исследование завершено. Мне неведом страх. Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Блин. Укажите мне путь. Мне неведом страх. Мой лук всегда со мной. Готово. Я пойду поставлю сюда виспа, чтобы быть в курсе, когда он начнет. Готово. Мне неведом страх. Здесь обязательно диспл надо сделать, учитывая бисмастера четвертого. Тут Т2. О чем вы просите меня? Мой лук всегда со мной. Мне неведом страх. Наши воины. А, он собирается здесь ставить базу. Внемлю вашим словам. Пройду внутрь. Мое сердце жаждет битвы. Точку сбора сделали. Укажите мне путь. Тут надо лес собирать. Я этих веспов дополнительных внемлю именно на лес сделал. Ваш ход. О чем вы укажите просите? Укажите мне путь. Крео ставит вышек много. Как первая козочка, но козочку лучше вторую мне сделать еще. Потом грейд на медведей, потом еще парочку мунвеллов под 80. Мне неведом следить страх. За экспом и криптс при этом. Исследование. А давай-ка импейл. Некому танковать, просто некому танковать. Воины вступили в бой. Пока тролль жив, все хорошо.
Мне неведом страх. О чем вы просите? Во имя света. В принципе, с дрядкой можно вот этих вот по... повыманивать. Привет. Что случилось в наших лесах? МК вышел, да? МК вышел. Мне неведом. Что случилось в наших лесах? Что случилось в наших лесах? Мое сердце жаждет битвы. Охота начинается. Так, и медведи потихонечку. О чем вы просите меня? Я понимаю, что это рискованный крипинг, но... Мое сердце жаждет битвы. Но надо. О чем вы просите? Привет. Что случилось в наших лесах? Мне бы ваши слова. Привет. С дрядками надо крепиться так. О чем шумят деревья? Что произошло? О чем вы просите меня? Что произошло? Мое сердце просто кайтите. Что произошло? Мой лук всегда со мной. Помним, что дряд можно лечить. Мое сердце жаждет битвы. Надо сделать грейды. Мне неведом страх. Привет. Хочу третьего героя взять, даже вперед медведей. Привет. Что от паладина толком мало, если вот. Мне неведом страх. Почту за честь. Мое сердце жаждет битвы. Пошел грейд на медведей. Лечу арчу. Реджук сейчас придет. Хрустальный шар. Ну что за ересь, ну? Армор все-таки возьму. Заказывающий медведя, вижу врага здесь, там тоже мишки. Уже в пути. У нас мало времени, его не зверя. Мое сердце жаждет битвы. Что случилось в наших лесах? Тихо-тихо-тихо. Мало времени. До грейда не хочет сражаться. Давай-ка. Что случилось в наших лесах? Исследование завершено. Тут надо через фокус... Паладин второй. Я служу ледяному трону. О чем вы просите меня? О чем шумят деревья? Мое сердце жаждет битвы. Правильно. Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Покажите мне путь. Мое сердце жаждет битвы. Блин. О чем вы просите? Мое сердце жаждет битвы. Привет. Оставлять следов. Покажите мне путь. Давай, диван. Мое сердце жаждет битвы. Триджуф. Еще дрядка. Справа подходит еще. Что случилось, наш? Он телепортируется. Что произошло? Что случилось, наш? А что я тут боюсь с ним? Почту за честь. Покажите мне путь. Я посражаемся. Мне неведом страх. О чем вы просите? Недостаточно мана. Что произошло? Жду приказа. Блин. О чем шумят деревья? Что случилось в наших лесах? У нас мало времени. Мне неведом страх. Сейчас. Когда ты не дашь слова. Мне неведом страх. Мой лук всегда со мной. Покажите мне путь. Мое сердце жаждет битвы. Мне бы важно слово. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Мое сердце жаждет битвы. Посливал арчей, но в принципе больше ничего не сливал. Привет. Я хотел бы, конечно, сейчас тригениться. После этого только вернуться на базу. Ну, в смысле, на этот. Здесь базы у него нет. Привет. Что я хочу? Я хочу вижен, я хочу грейды. Надо было сделать, конечно, грейд на... Так, это лишняя дрядка. О чем вы просите меня? Так, 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 так. Арбуз сейчас еще возьмем. Уже в пути. Лайта Моркена. О чем вы просите? Внемлю ваш... И поехали в центр. ТП, если что, есть. Паладин почти пятый. Хочу светануть. Там уже готовятся с хавками, блин. С хавками это плохо. Если только напасть неожиданно, ну, в смысле, напасть. Привет. С радостью. Исследование завершено. Давай вот так вот. Что случилось в наших лесах? Тут очень битые хавки. О чем вы просите? Слышал зов. Амулет маны беру, импейл делаю. Сейчас Таурена попробую забрать. Успел. Сзади подходит. Враг, ну я телепортируюсь. И нападает еще один.
Ну ё-моё, ну... Мне не ведом страх. Что за чудесный мне тайминг? Наши войны, о чем вы просите? Блин, я не доконтроливаю здесь еще. Да у него лимит, а у меня не лимит. Привет. Давай МПЛ. Давай лечим. Лечим. Как я люблю. С радостью. Диспелим. Жука опять бьют. Ну конечно, конечно, жук, ты молодец. Будет исполнено. Лечу раз. Лечу два. Привет. Диспелим. Лечу три. Импейл. Его было больше, у него ТП нет. Это ГГшечка. Второй хил. Фриджук, фриджук. Все, ГГ. Надо спать. Так, ливнул, хорошо. Фидалнул с Нелиганца и ливнул. Ну, было опасно, меня было тупо меньше. У меня тут нычка доделалась. Надо делать уже воздух потихоньку, доделать грейды. И вообще надо базу поставить. А лучше две сразу же. В центре я не успею, там уже все забрали без моего участия. Не стоит обольщаться на этот счет. Одного медведя я отправлю сюда. Ну, тупо, чтобы он... Чтобы он убивал там веспов, строение и прочее. Мне неведом страх. Столько трупов. Вас... Битвой. Ну вот, смотрите, сколько веспов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь медведя. Это же все экспа. Я все равно в центр лезу. Ну, потому что хочется халявы. Хочется шреддера, хочется девайсов. Конечно. Причем делаю это без ТП. Внемлю вашим словам. Мое сердце жаждет битвы. Тут закрепили все. Привет. Закрепили все. Народ. Окей. О чем вы просите меня? Для начала возьму телепорт. Страх. Чем могу помочь? Продам ерунду. Так, а ну-ка вот это так вот сделаем. Понятно. Два МХ тут. А, я успею. Че, я торможу там? Большому дракону я мог успеть. Вряд ли, уже не успеем. Так, давай сначала веспы, медведь, потом этот. Мое сердце жаждет битвы. Что случилось в наших лесах? О чем вы просите? О чем шумят деревья? Мне не верится. И нужен МПЛ здесь. Что случилось в наших лесах? Как прикажешь? Мне не верится. Внемлю ваши слова. О чем вы просите? Будет исполнено. Да свершится правда. Капец. Мое сердце жаждет битвы. А что, у меня ТП нет? Готов. Такая беда. Нет, есть ТП. Мое сердце жаждет битвы. Блин. Почту за честь. Такой кривой. Внемлю ваши слова. Ничего не убил, а ничего не просите? Подлечил. Остаюсь сейчас с медведями. Очень-очень-очень большим количеством ненужных медведей. Потерял две дриады. Надо продать. Во-первых, сделаем грейды. Во-вторых, здесь закажем веспов. Здесь надо отрегенить ману жуку. Ботинки еще не взял, но посмотреть, что у него, кроме воздуха. Ну, танки доготовятся до кастера, все правильно. Я слышал зов. О чем вы просите меня? Конечно. А вышек сколько? Вышек немного, кстати. Можно зайти землей пока еще убить. Еще есть такая опция. Мне неведом страх. Грейд. Не очень готов это веспа сразу сюда. Как только медведь справится. Там резурект просто будет у меня после... После вырыва. И я могу подъесть гиппосов.
чем вы просите, мое сердце. ТП не взял. Готово. Продаю девайс. Беру ТП. Мне неведом страх. Так, отменяю. Недостаточно золота. Отменяю виспа, наверное. Не, не отменяю. Ну, одного виспа отменю. Конечно, надо быстро вот сюда вот проходить. Причем сплитить медведей. Рычать, сплитить медведей. Проходить вперед просто. Вот так вот, этими вот так вот. Очень много у него. Кавка, к сожалению. О чем вы просите? Не верю в страх. Я пробую ультовать. Мне надо телепортироваться, пацаны. Ну что я там всех хавков терял в таком количестве? О чем вы просите меня? Я двух медведей слил, но это-то ладно, это небольшая, не такая большая беда. Я слышал зов. Башню убил, это хорошо. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите меня? Так, так, так. Беру снова ТП. Мое сердце жаждет. И я иду. Вот сейчас я хавками должен его добить. За веру и народ. Он, правда, делает много вышек. О чем вы просите меня? Почту за честь. Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. Будет исполнено. Священная роща осквернена. Мое сердце жаждет битвы. Да свершится правосудие! Ой, там эти работают. Ну, в общем, пошла жара. Я не уверен, что вообще тут надо сражаться, но пока вышки не готовы, наверное, надо. А может и нет. Не, не надо было сражаться. И на вышках еще. И тут. Ой, как я обожаю это. Мое сердце жаждет битвы. Как я это люблю просто. О чем вы просите? Как я это люблю. Мое сердце жаждет битвы. Какие опции? Внемлю вашим словам. Ну какие, лечись. Продолжай строить гиппогрифов. Конечно. Сейчас. Мое сердце жаждет битвы. Я там никого не убил, я только покоцал и все. Здесь Айсторм. Священная роща осквернена. Ой, да ладно. Мне неведом страх. Это повод взять. Страх. О чем вы просите? Мне неведом. Получить четвертый и, соответственно. Меня будить. О чем вы просите меня? И пятый левел. Закажу я здесь даже виспа, чтобы на всякий случай не. Четвертый получил. Тут второй диван. Больше делать нечего. Проверю сейчас у. Мое сердце жаждет битвы. У соседа слева. Только я не знаю, что делать в такой ситуации. Можно добавить там, конечно, талона с фарифайром. Для общей. Понятно. Понятно, вот она проблема. Я этого опасался, но не думал, что он так быстро уже займет центральную базу. Черт возьми. Ой, господи ты, боже мой, как все плохо-то, а? О чем вы просите меня? Надо убивать пару медведей. Нет, не надо убивать пару медведей, тебе некого резуректить будет. Капец. О чем вы просите? Ладно, поехали тогда, попробуем разменяться с кем-то еще. Мое сердце жаждет битвы. Ну, не хватает как бы одного врага под боком. Давайте... Попробуем мне еще кого-нибудь слова. Найти. Мне неведом страх. ТП, если что, есть. Немлю вашим словам. Есть андед. О чем вы просите меня? Гиппосов не показываю. Но андеда. Андед ноби. Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Посмотрим. За веру и народ. Немлю вашим словам. Он чинить будет? Не, отменяет просто. Хорошо. Мне неведом страх. Почту за честь. Лечим. То есть, мне чем ломиться на эти вышки, страх. Если есть более простой противник, надо бить простого противника. О чем вы
просите меня. Мне не верят, чем вы просите меня. Смерть! Мне не важны слова. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите? Странно, что он не отменил. Готово. Так, давайте я попробую Шедера все-таки перекупить. Я люблю ваши слова. Делаем талонов. У меня много бесхозных виспов. Прям вот. Надо их потихонечку конвертировать в деревья. Мне неведом страх. Попытаться достать Шредером. Мое сердце жаждет битвы. За веру и народ. От медведя полностью отказываться не хочется, иначе зачем резурект? Мне неведом страх. Будет исполнено. О чем вы просите меня? Почту за честь. Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю вашим словам. О чем вы просите меня? Неведом страх. За веру и народ. Мое сердце жаждет битвы. Так. Здесь нет Шредера. Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Все шестой, кстати, получим. Даже почти пятый. На. Ага. Это Ноби? Понятно, давай. Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Очень он битый, очень. Надо импейл сделать. Можно рейнджерку подлечить. Ну так, чтобы не расслаблялось. Готово. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Сбегать сейчас за парой ТП. Исследование завершено. Вроде как талонов надо уже сделать, но у меня лимит свободного нет. Жук с импейлом, молодец. Надо сразу делать следующие базы вот наверх. Вот, вот сюда вот поставить нычку, соответственно. Сюда вот тоже базу надо запилить. Паладина закупить, это и телепорты, и арба, и бутылки. Продать вот это вот, сделать аймшу, например. Гиппосы пока подлечатся. Там Шредер должен откатиться скоро. Все, уже готов. Беру Шредером. И поехал. Добывать буду где-нибудь здесь. Так, ты диспельси, от тебя проку нет. Сделаем еще воздуха, да? О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Не надо было это добивать. То есть нет потребности острой. Парочку талонов пилю. И надо изводить виспов. Надо их изводить. Так, давай я вот так даже лучше сделаю. Раз, и еще были виспы. Вот, два. И был еще третий, кажется. А вот он. Мое сердце жаждет битвы. Ничего себе вообще. О чем вы просите меня? Почту за честь. Не хватает леса, чтобы сделать нычку. Но Шредер над этой проблемой уже работает. Неведом страх. Так, а вижу Ноби. Надо сразу ворваться. Так, давай, давай, Шредер, давай, 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 родной. Не хватает дерева. Мне неведом страх. Мое сердце жаждет. Не, проходим. Внемлю вашим словам. Не хватает. Ну где дерева? Там Шредер? Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. Так, ну я пробую. Кого-то лечить, кого-то. Тут диван, тут жуку плохо. Очень плохо жуку. Я могу его стафануть, но хочется, по крайней мере, разок импейл еще дать. Надо лечить финдов, наверное. О чем вы просите? Мне неведом страх. Внемлю ваши слова. Жду резуректа, наверное. За веру и народ. Ваши слова. Вижу рейнджерку. Гиппосы падают. Рейнджерку сейчас убьем. Ох, амулетов, спелл щил. Так, резурект готов. Медведи надо еще этого потерять. И делаем резурект. Готов. Да как? Не надо начинать. О чем вы просите? Мое сердце жаждет битвы. Укажи путь. Внемлю ваши слова. О чем вы просите? Так, паладину плохо. Мое сердце жаждет битвы. Как я его расфидел, а? Как я его расфидел? С ума с этим. Да, потому что не до лимит, блин. О чем вы просите меня? Я
слышал зов. Не реветом страх. О чем вы просите меня? Просто не до лимит. И все. Он сейчас, правда, эту базу собьет. Сделаем пару медведей, сделаем пару химер. Не, не пару медведей, одного медведя. Вы так. Здесь переводим виспов. Сделать еще талонца одного. Побежали к нему на базу. Я без ботинок еще. О, проблемы технически полностью спали, я вижу по статистике. Это очень хорошо. Сейчас будет... А, вот он идет сюда. Я думаю, надо еще пара талонов, гиппосов и еще парочку химер. Не торопиться здесь ни в коем случае. Так, нет, гиппосов больше не надо, ребят. Реально не надо гиппосов больше. Уже перебор. А почему не атакуем-то, ну? Раз, два. Клеем, клеем. Еще медведи. О чем вы просите? Еще импейл. О чем вы просите? Я не вижу рейнджер. А вот он. Опять жука мочат. Нет. Ну, рейнджерку убрали. Здесь, наверное, надо просто валить. Воскрешать жука. Шестой паладин. А что мне с шестым паладином делать? Два шестых паладина. Ну, ничего не сделать с ним. Что он умеет? Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. Вашим словам. Мне массовую землю строить? Священная роща. О чем вы просите меня? Не хочется. Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. ТП сюда. Справимся. О чем вы просите? С одним медведем. Мое сердце. Пара химер еще есть. А, четыре химеры. Телепортимся тогда. Раз, два, работаем. Закапывается. О чем вы просите меня? Внемли ваши слова. Мне неведом страх. Внемли ваши слова. Мое сердце жаждет битвы. Ой. Надо пускать вперед гиппосов. Будет исполнено. О чем вы просите меня? Чтобы финдам было тупо сложным. Ну, непонятно, кого в сетку ловить. Вот в чем проблема. Должна быть для финдов. И лечить постоянно. О чем вы просите меня? Внемлю ваши слова. Тут ловим. О чем вы просите? Клюем. За веру и народ. Лечим. Лечим. Мое сердце жаждет битвы. Далее. Эта база выкапывается, идем сюда. Внемлю ваши слова. Мне неведом страх. ТП нет. Я отправлю, пожалуй, паладина домой. Ну, за маной и ТП. Мне неведом страх. Жуком тоже было бы неплохо восстановить манку. Мне неведом слова. Здесь можно подлечить химеру и идти дальше. Проверить центральную базу. Вот эту 98 лимита. Ну что за лимит? Что за дела? Надо склевать, наверное, гиппогрифов. Потому что в данный момент они не нужны. Почти не хватает маны. О чем вы просите? Ваши слова. Будет исполнено. Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. Хотя нет, зря гипсов убивал. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Так, давай к химеры сюда. Неведом. А, нет. Короче, импейл. Импейл, хил, хил. Проходим дальше. Еще импейл. Рычение. Рычение. Рык.
Хил, хил, диван, армор, упейл, хил, мана, хил, да, ноби вышел. Так, что здесь? Здесь ставим базу, это первое. Второе, убиваем одну химеру. Убиваем химеру 100%. И... вот у меня откуда, где лимит. Ну, опять точка сбора моя фирменная, я моя. Вроде заказывал, вроде... Короче, телепортируюсь домой. Жук шестой, пульта есть. Тут два лишних медведя просто, а я убиваю гиппосов ценных. Все потому, что точка сбора не очень. Мне неведом страх. Так, что нужно сделать? Во-первых, необходимо... Крео с кем-то сражается. И химеру зря убил. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Химера как раз мне сейчас нужна. Чем больше, тем лучше. Потому что если Крео давить, то давить его исключительно химерами. За веру и народ. Мое сердце жаждет битвы. Где-то я все равно не помещаюсь по лимитам. Поищу виспов. Один. Не густо. Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. ТП взять. За ботинками бы сбегать еще. Внемлю вашим словам. Ладно, склевывай одного гипсом. Черт с тобой. О чем вы просите меня? Ботинки, короны, амулеты. Нужно много хороших девайсов. Точка сбора пока сюда. Время уходит. Мое сердце жаждет землю вашим словам. Азара, привет! Мне неведом страх. Привет, бобры. Мое сердце жаждет битвы. Так, здесь я вижу Юлию. Закончилась шахта раз. Иду сразу, наверное. Наверное, сюда надо пойти. Что есть? Есть аура хорошая, раз. Есть трушот. Химером маловероятно. Я лучше мое глаза поставим. Беру сапоги. О чем вы просите? О, вам. Бам. Мое сердце жаждет битвы. Жуком надо очень серьезно закупаться. Есть еще, кстати, рунные браслеты для жука подойдут. Жуку плотность нужна. Его лечить не получится никак. Поэтому я пару серклеток, вот эту хрень продам. Свиток возьму. Опачки. Мое сердце жаждет битвы. Так, я пошел. Я слышу. Ну, то есть не сразу пошел, но вот скоро пойду. Во, медалька, отлично. Вот эту штуку надо жуку отдать. Будет исполнен. Must have. Священная роща осквернена. Да брось. Внемлю ваши слова. Мне неведом страх. Во, отлично. О чем вы просите? Мое сердце жаждет. Ну и, в общем-то, ботиночки надо взять. О чем вы просите? Жуком, когда откатится. Хил. Мне кажется, что Юлия здесь просто ставит от безысходности базу. Что у меня есть? У меня есть серия баз. Вот здесь лучше прикрыться. Причем заказать побольше виспов. Ну, он криво выходит. Вот это очень опасный сосед. Зря я... Он и мейн мне может напрячь очень сильно. И... Мое сердце жаждет битвы. И далее. Да ладно. Это Презент пришел. Варден, седьмая, лич седьмой. Таурен, Виверны. Мне неведом страх. Как я хочу. Выберите другое место. Побольше виспов сделать. Чисто себе на прикрытие. Внемлю вашим словам. Потерял базу, но это понятно. О, кольцо защиты плюс 4 можно... Нет, не надо. И когти плюс 15 тоже не пойдут. Внемлю вашим словам. Готово. Больше виспов в принципе строю сюда. Было бы неплохо сделать хотя бы
чем вы просите меня? Одного феррика. Мое сердце жаждет битвы. Не тороплюсь, добыча идет. Ой. Добыча, говорю, идет. Центральные базы вроде контролируем. Готово. Контролирую одну центральную базу. Готово. Внемлю ваши слова. Девайсы нужно закупать, причем сапоги надо еще взять паладину. Тут очень важно укрепиться, потому что... О чем вы просите? Так, пошли ботиночки. Следим за новыми девайсами. Проверим, сейчас не ставит ли орк базу. Он, скорее всего, просто Юлию гнал. А, нет, ставит. Не просто ставит, еще... Ой, надо назад. Сейчас придется лечить. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Резуректить некого, кроме... Мое сердце жаждет битвы. Так, ну давай поставим вот так вот. Так, так. Мне неведом страх. Виспы пошли. Раз, два, три. Импейл. Леча, лечим. Свиток надо юзнуть. Ульту юзну. Здесь надо обязательно по тауренам поработать. Внемлю вашим словам. Вроде ок. Отвоевали. Седьмой паладин. Здесь три АОВы еще. Пилю. Нормально, никого не потерял. Ну нет, кого-то потерял. Кажется, гиппоса взорвали. Но главным образом... А, еще трех виспов. Трех виспов я потерял, готово, скорее всего. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом. Ну, мне нравится этот орк, потому что, видите, он его мало. Проверим вот эту базу. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите меня? Да, здесь есть база. Давай-ка ее лучше. На мейн лететь особо не хочется, просто потому что на мейне, кроме продакшена, нет ничего. Поэтому лучше быстренько убить продакшн. Ой, в смысле, этот, добычу. А потом уже лезть дальше. Вообще, химеры с паладином хорошо за... Ой, да ладно. Поехали. Пытаюсь полечиться. Тут Блейд импейл. Он без Блейда, видимо, сражался. Поэтому... Раз, два, три. Давай-ка так. Я фериков еще не сделал. Импейл. Химеры все падают. Тут диван. Резурек делаю. Лечение. Лечение. Палыч умирает. Жук умирает. Все умирают. Я не понял, как так произошло. О чем вы просите меня? Мне кажется, надо масить просто химер против такого орка. То есть экономика у него не топовая. Ну, либо сражаться типа землей. Маздриады. Как-то так. Лорнис в любом случае я добавляю. Ну, нужен какой-то лимит, который будет... который можно будет резуректить, понимаете? О чем вы просите? Мое сердце жаждет битвы. А какой лимит можно резуректить? Наземный. Какой-то. Мое сердце. Какой-то наземный битвы. Лимит. Воздух у меня очень битый. Но он мне, в общем-то, и не нужен. А вот Бладласт еще подиспелить. Ладно, в любом случае, выходим из лимита, правильно ведь? Выходим из лимита. Может быть, и не стоит, рановато. Мне неведом страх. Пока палочи нет, зачем мне этот лимит? Что случилось в наших лесах? Тем более еще две химеры должны подойти. Жаждет битвы. Диван. Сало беру, наверное. Мне неведом страх. Почту за честь. За веру и народ. Можно вот это вот убить. Внемлю ваши слова. Ну, экспа не пахнет. Что произошло? И вот сейчас я, пожалуй, буду выходить из лимита против арка. Причем дриадками. Мне неведом страх. Надо дождаться. Да не, не надо дождаться. Готово. Итак, норм. Палыч выходит, Шреддер тупит. Мой молот укрепит. Палычем пьем. Закупаем, покупаем. О чем вы против? Что случилось? Идем сюда.
помним про резуректы. Резуректов будет два. Можно вообще делать сверхлимит, слушайте. Никакого воздуха, только земля и сверхлимит. То есть размениваемся, теряем лимит, да заказываемся, делаем ультимейт и профит. Это же фишка. Я считаю. Мое сердце жаждет битвы. Хорошая фишечка. Мне неведом страх. Давай, попробуем. Как прикажешь. Шумно, вот он, 100 лимита есть. Надо воздух только было убить. Гиппосов тех же самых. Да и химеры тут тоже не... ни к селу, ни к городу. Что произошло? Нужна не только земля, страх, которую можно резуректить. Хотя нет, почему? Что случилось в наших лесах? Что произошло? Подходим. Медведя не хватает одного. Мне его будет реально не хватать. Раз, два, три. Ну, рыка нет. Мое сердце жаждет битвы. Следим. Батки полетели. Паладины вперед. Раз, два. О чем вы просите меня? Приемлю ваши слова. Давай так. Будет так. О чем вы просите? Оставлять следов. За веру и народ. Привет. Медведя делаю. Импейл. Ульта. Взрывы, взрывы. Да заказ. Ой, какая грязь. Импейл еще. Ой, сайленс, может, кинем сюда. Может, клеща подлечим. Так, еще заказываем кого? Дриад еще. Ой, капец. Пошел резурек первый. Трупов нет, нифига. Нету трупов просто. Несомненно. О чем вы просите меня? Я служу ледяному трону. Что произошло? Мне нет. Просто нет трупов. Приемлю ваши слова. Мне неверно. Приемлю ваши слова. Я слышал. О чем вы просите меня? Я служу ледяному трону. Сейчас можно, кстати, Блейда забрать. Привет. Да, если б я... Да, забрали, но... Приемлю ваши слова. Мое сердце жаждет битвы. О чем шумят деревья? По славу лет. Может, реально стадо коз просто делать и все? Стадо коз с медведями. Мое сердце жаждет битвы. Приемлю ваши слова. Тех, кого можно резуректить. Я убиваю гиппосов. Привет. Так, хватит коз. Коз перебор. Давай, медведи. Здесь закончилась база, иду сюда. Выкапываюсь, иду сюда. Здесь нормально добываем. Девятый палыч. Третий армор. Естественно. Здесь третий армор. Здесь став на жука. Жуком отпиваемся. Надо было амулет, конечно, вытащить. Если так пропьем. Медведи и козы. Очень бредовый лимит. Прям очень. Мое сердце жаждет битвы. Мне неверно. Мое сердце жаждет битвы. Есть амулет. Ой, амулет маны. Да он на самом деле не нужен особо никому. Вампиризм, да, взять можно. А вот амуль зачем? Надо пойти добить орка, постараться. О чем вы просите? Тем более один резурект у меня есть. Конечно. А как так получилось? А, там ульта Варден. Ульта Варден не дала мне резуректить нормально. Мне неведом страх. Там же она трупы разрушает, можно сказать, да? О чем вы просите? Очень жалко. Внемлю вашим словам. Что случилось? Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Надо леча бить. К сожалению, я не могу на вышке, на такое количество вышек напасть без последствий. Отправлю-ка я дрядку на разведку. Еще пару протекторов. Инкома нет из-за этого. Да, здесь орковской базы нет. А есть ли, в принципе, база? Случилось, а, Юлия еще жива?
Что? О чем вы просите? Привет. Вот это новость. Мое сердце жаждет. Ничего себе. Привет. Вот это поворот. Мое сердце жаждет битвы. Дублирующая уже аура идет. Что случилось в нашем мире? Да, Юлия восстанавливает и воскрешает героя. Во имя света. Что случилось в наших лесах? О чем вы просите меня? Внемлю вас. Привет. Есть ТП у Беста. О чем вы просите меня? Пусть скинет тьма. Внемлю ваши слова. Козы, конечно, тупые. Мое сердце жаждет. Юлия телепортируется куда-то. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. Внемлю ваши слова. Мне неведом страх. Внемлю ваши слова. Готово. Здесь нычка добывает. Здесь нычка скоро будет добывать, но осталось не так много. Нифига не копится. Вот зачем? Зачем мне лимит 97? Вот я со своими планами по увеличению лимита до заказа. Я даже до заказаться не смогу. Ну, то есть я смогу разок до заказаться, но и на этом мой до заказ закончится. Готово. Где буфер? Где запас по ресурсам? Внемлю ваши слова. Непонятно. О чем вы просите меня? Мне что случилось слова? В наших лесах? Мне неведом страх. О, это Зиггурат Юлии тоже. Мое сердце жаждет битвы. И мейн, собственно. В наших лесах? О чем вы просите меня? Лечим Акалит раз. А, вон герой. Ну. Да свершится правосудие! Мне неведом страх. Что случилось в наших лесах? С радостью, чем шумят дверь, что произошло? Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите? Привет. Мне неведом ваши слова. Вроде добили. Здесь нападает орк. Но я должен телепортироваться. Привет. О чем вы просите меня? О славу леса. Не успею я добить. А, не, успею. Раз, два, три, ульта. Там же он ультовать еще будет. Надо сало кинуть. Так, 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 так. Давай, до заказ и резурек. 113 лимита, но чуть не помогает. Еще резурек. Хилка раз, хилка два. Импейл 3. Можно Блейдмастера убить. Не, Варден. Не, Лича. Привет. По резуректу он называется. Отменяю. Хватит. Мучиться. Пусть лучше у меня будет меньше лимит, но зато инком будет хороший. А то я в погоне за лимитом, ну... Так, надо Блинк Даггер, кстати, жуку дать. Ему эта игрушка значительно больше подойдет. И мунвеллов надо в центре построить. Вот между этими базами. Чем начну я строить даже в ущерб золотом. Учитывая прокачку героев, это сейчас... Не, не надо так делать, потом будет... Да по-другому. Мне протекторы не нужны в том месте. Медведь-таки пришел. О чем вы... Я слышал зов. Жук бежит. О чем вы просите? Откатился тот став. Давай еще паладина стафанем. Маны нет. Будет исполнено. Мое так получится битвой. Хоть медведя подсейвить. Тут превращаемся, тут превращаемся. Мне неведом страх. Козу убиваю. 2000, 26 тысяч. Очень опасный. А хотя вот я не знаю, кто здесь. То есть, захватил ли... Готов, готово. Захватил ли базу Крио? Готово. Готово. ТП нужен. Готово. Пойду куплю ТП. Пойду посмотрю, что за девайсы. Что случилось в наших лесах? Потом подлечусь паладином. Внемлю ваши слова. Еще не подлечусь, манку восстановлю паладин. Здесь есть сало, рунные браслеты и когти. Ни одной короны нет. О чем шумят ваши слова. Мое сердце. Медведи до дриады на самом деле хороший материал для резуректа. И
что, может быть, стоит на них и остановиться. Так, тут я не буду чинить нычку, потому что она и так уже заканчивается. Внемлю вашим словам. О чем вы просите? Внемлю вашим словам. Готово. Да, и надо еще Mountain Giant'ов попробовать. О чем вы просите? Его, правда, не зарезуректить, но зато его реально очень сложно убить. Внемлю вашим словам. Прямо очень. Мое сердце жаждет битвы. Почти десятый паладин. Внемлю вашим словам. Золотой рудник обрушился. Заканчиваются шахты. И на следующий уже непонятно, куда идти. Но я пойду сюда. Здесь оставлю дерево все равно, чтобы... Так, и надо проверить вот эту вот точку. То есть шахты уже... Внемлю вашим тю-тю. Словам. Нету их скорее, чем золотое они есть. Мое сердце жаждет битвы. И это значит, что я смогу поосвобождать немножко. Давайте одного талона сделаем. Чисто для разведки. Что случилось в наших лесах? Может, реально Mountain Giant плюс дрядки? О чем вы просите меня? Он идет. Готово. Мое сердце жаждет битвы. Так, диспол. Надо брать беспов здесь. А вообще не нужно здесь сражаться. О чем вы просите? Ну серьезно, за кого тут сражаться? Внемлю вашим словам. Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. Готово. За базу, которая 1200. Будет исполнено. Внемлю вашим словам. Как-то это не очень правильно. Исследование завершено. Ну ладно, поехал. Я хочу просто... Внемлю вашим словам. Сало хочу, леча хочу убить. Шумно, славная листь. О чем вы просите? Внемлю вашим словам. Лич умер. Привет. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите? Так, хиляю слегонца. Привет. Хотя зачем, если резурок есть? Правильно? Мое сердце жаждет. Еще сало, пожалуй. О чем вы просите? Палачей сложно убить. Готов. О чем вы просите? Так, давай культанем, пока он там не утонул. О чем вы просите? Да, убить паладинов это та еще задача. Давай еще резурек. Диван. Диван же! Ну ты даешь, ну. Что случилось в наших лесах? С радостью. Очень я зря так сделал. Да ману у меня не было у Димки. В смысле, у Палыча. Опять же, зачем ломился, непонятно. Что случилось в наших лесах? Тут Блейду очень плохо. Привет. Внемлю ваши слова. Не факт, что уйдет. Да блин, ну ты... Пусть кинет тьма. Внемлю ваши слова. Укажи путь. Мое все нормально. Так, здесь база андедовская, типа какая-то. Ну, орк сейчас должен ливать уже, потому что у него уже все плохо. Я вот не знаю, может быть, даже здесь лучше нычку поставить. Мое сердце жаждет битвы. Время уходит. Я готов. Взлетаю талоном. Привет. Сделаю одного Mountain Giant, потому что универсальный. Давай даже двух. Не, двух не надо. Двух давай. О чем вы что просите? Произошло? И парочку дриад. Мне не ведом, сейчас лимит просто освободился из-за убитых рабочих. Вашим словам. Так что все нормально. А, тут... Ой, ёпперес, это квест. Блин. Квест с Блейдом ставит базы. О чем вы просите? Что случилось в наших лесах? И вот против него хоть воздух строй. Учитывая особенно... Не-не-не-не-не, резурект, паладин и хитендран. Да-да-да. Только так. Я понимаю, что гарги убивают дриад. О чем вы просите меня? Легко причем. Мое сердце жаждет битвы. За веру и народ. Но если я сейчас опять начну строить гиппосов, то это никогда не закончится. То есть я буду их строить до конца просто игры. И резурект у меня работать не будет. Ничего мне работать не будет. А так я могу на хитендране, в общем-то, как-то с массой дриад и на резуректе держаться. Ну, есть пачка дриад, в общем-то. О чем вы просите? Так, давай-ка прыгнем, может, штрафанем Юлию. Привет, страх. О чем вы просите меня?
За веру и народ. Пошел диван. Мне неведом страх. Что случилось в наших лесах? Я служу. Привет. Мне неведом страх. Юля ультует. Как прикажете. За веру и народ. О чем вы просите меня? Внемлю ваши слова. Я слышал зов. Интересно. Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Ну, чтоб не мешал просто, а то ведь это... Эти покатушки могут тоже определенное время занять. Будет бегать, харасить. Значит, смотрите, квест. Квест... А кроме квеста кто? Дофига еще кого. У Хумана должно быть очень много бабла. То есть мне нужно сначала добить все-таки... Презента. С Mountain Giant'ами это сделать будет проще. Резурект один откатился, второй в процессе. Что случилось в наших лесах? Да, надо было, конечно, агрить великанами. Так, здесь просто по вышкам пройдусь. Мне неведом страх. Внемлю ваши слова. Шумят деревья. Будет исполнено. Мне неведом страх. Почту, зачем вы просите? Привет. Что произошло? Мое сердце жаждет битвы. Как приказ? Мне неведом страх. Почту за честь. Ой, там... Внемлю ваши слова. Мне неведом страх. Внемлю ваши слова. Мое сердце жаждет битвы. За веру и народ. Там шумят деревья. Что произошло? Не оставляйте следов. О чем вы просите? Я служу ледяному. Внемлю ваши слова. Посмотрим. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Что случилось в наших лесах? Ведаем его, как я. Я слышал зов. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю ваши слова. Мне неведом страх. Мне нет страх. О чем вы просите меня? Что произошло? Что случилось в наших лесах? Мне нужны дрыны. Сломались прошлые. Убить вышки. Перегруппировать дриад. Медведям тоже можно редживчик накинуть. И на себя, и на друзей. Конечно. Уже пути. Нужны амулеты, нужны короны. Маны не хватает. Возможно, себе маски. Бриллиант Саура тоже хорошо бы зашла. Будет исполнено. Мое сердце жаждет. Убиваем ему мейн. 10, 9, почти 9. Привет. Палычем лечим палычек, палычем лечим дриаду. Вот если бы вместо жука был еще кто-то живой, это было бы особенно какой-нибудь агильщик. Было бы очень круто. Ладно, поехали. У меня есть блинк, в общем-то, поэтому... Давай, давай. Да, хреновато. Привет. Мое сердце. Надо отправить МГ на базу к нему. Пусть они ему убивают. Самому можно погоняться, да. Что произошло? Внемлю вашим словам. Что случилось в наших лесах? За ТП только надо зайти. Что случилось в наших лесах? Мне неведом страх. Здесь прикрыто все. Привет. Что произошло? О чем вы просите? Ой, квест. Мое сердце жаждет, о чем вы просите меня? Я служу. Мне неведом страх. А, это квест. Блин, это квест. Что случилось? Все, я был неправ вообще. Что произошло? Внемлю вашим словам. Так. О чем вы просите? Здравствуйте. Беру ТП, иду регенить манку. О чем вы просите меня? Я слышал. А кто меня там? Ой, да ладно. Блин. Телепортировался. Внемлю вашим словам. Ну, я потерял Mountain Giant. Мне неведом страх. Увы. Я теряю, судя по всему, второго. Там 300 криты, что вы хотите. За веру и народ. Если только я не сделаю... Мое сердце. Нет, не сделаю. Тьфу ты, блин. Внемлю вашим словам. Что случилось в нашем... Так, поехали. Мое сердце жаждет битвы. Что случилось в нашем... Мне неведом страх. Как прикажете? Что произошло? Внемлю вашим словам. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Он пошел типа развлекать. Что случилось в наших лесах?
Ну ок. Я дрядками от него отобьюсь, я думаю. О чем шумят деревья? Если что, есть ТПМ. У него нет телепорта, он купил еще, кстати, базу. Привет. О чем шумят деревья? Так, Mountain Giant будут в отдельной группе. О чем вы просите меня? Сейчас дрядку дам. Мне неведом страх. Дрядку будут обижать. О чем вы просите? Не-не-не-не-не, Дэдлайн. Внемлю ваши слова. Смерть неверным! Почну за честь. Время уходит. Мне не верю, страх. Как прикажете? Убили Варьком. О чем вы просите? Слышал зов. Внемлю ваши слова. О чем лечимся. Вы мое сердце жаждет битвы. Идем МГ в атаку. Мне неведом страх. Что произошло? Будет исполнено. И шумно вставлю ваши слова. Раз, два, три. Что случилось? Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите? Мое сердце жаждет битвы. О, ошибка. Мне неведом страх. О чем вы просите? Личность потеряется. А, его и тут сверху приняли. Возвращаемся к нему на мейн. Убиваем алтарь, который светится. Это Варден, очевидно. У Кувеста две базы добывает. Лич тоже уязвимый. Десятый Тинкер. Надо вот на Кувеста дальше переключаться. На его левую базу. Я бы даже сейчас послал сюда дрядок. Что они и так способны. Мне неведом страх. Чем шумят деревья? Тут два листра, правда? Они время выиграют. Привет. Что случилось в наших лесах? Что произошло? Что случилось в наших лесах? Тут 10 косарей. Что произошло? 10 косарей. И он продает эту базу. Значит, я не зря все-таки пришел. Он не готов сейчас сражаться. Привет. Что произошло? Что случилось в наших лесах? Это радует. У него два тинкера. Точно нужны талоны. Хотя бы для того, чтобы... Так, давайте вот я здесь сделаю грейд на Т2. Нужны елочки. Это медленно идет процесс. Проверим, где еще орки есть. Ну, презента, я думаю, слева еще пара-тройка бас есть. О чем шумят деревья? Что произошло? Странный лимит. Очень странный лимит. Но я могу выйти в больший, если приспичит. О чем вы просите? Привет. Мое сердце. По крайней мере, я его могу еще резуректить. Тоже неплохо. Шумят деревья. О чем вы просите? А, нет, смотрите, здесь уже у Квеста база. То есть мне нужно проверить только базы справа. Это ладно, справится. Тут рыкнуть надо. Он не МГ, он ГГ. Ну, кто-то его называет Mountain Giant, кто-то... Привет. Ну, то есть на английском так, на русском так. О чем шумят деревья? Что произошло? Внемлю ваши слова. Тут еще привет. Лавка и мейн. О чем вы просите меня? Будет что случилось в наших лесах? Мое сердце жаждет. О чем вы просите? 12 тысяч. Мое сердце. Привет. На руках не так много для игры, где есть противник, у которого очень долгое время было 4-5 баз Хуман. И он вполне возможно... Хотя нет, он с лимитом был. Он был с лимитом, так что не страшно. Ищем, добиваем презента, видим, что здесь личевка. Вижу Вариум. Надо покидать. Ваши слова. На личевку ФФ. Мое сердце жаждет битвы. У Презента, кажется, Шейда ходит. О чем вы просите? Так, мне
Так, а тут Варика, да, была? Пряталась. Землю ваши слова. Да лечи, лечи, лечи. Лечи, леча. Мое сердце чем-нибудь вроде и твой. Будет исполнен страх. Как прикажешь. А вот и варим. Твою налево. А чем вы против? Мне неведом страх. Мне ваши слова. Так, давайте попробуем понять, где он находится. Мне для этого нужно послать какой-нибудь воздушный юнит на разведку, но, скорее всего, он находится где-то вот в верхней части. Талон, в общем, полетел. Задача у него, конечно, для одного непростая. Юлия минус. Хорошо, что не ливнул. Ну, в смысле, не дискнула, потому что он хостом был. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю ваши слова. Мне неведом страх. Будет исполнен. Ищем, где презент остался. Также проверять нужно базу квеста. Квест пишет ГГ. Ну вот, наверное, Крио там мочит. Мое сердце жаждет. Да, это Крио. Ну все. Что случилось? Подкопил, называется. Но я хочу поставить базу вот здесь, вот она на десяточку. 2МК to heart. Так, там действительно 2МК. Жука они будут просто уничтожать, нужно салить, но там аватар, нужно стафать. Тяжело. Причем они закуплены, кто-то все короны покупал, ты правильно? Правильно. Мне неведом страх. Я слышал зов. Еще один амулет жизни есть. Беру. Я телепортируюсь. Понимаю, что я не поймаю ни одного, ни другого. Увы. Но он идет куда-то. Надо найти. Надо его найти. Ну надо. Надо найти, где он там отстроил свою базу несчастную. И убить. Мое сердце жаждет битвы. Убью пару дриад. Ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо. Сделаю еще парочку талонов. Мне неведом. Ну и полечу искать дальше. Талон ничего не нашел сверху. Но это странно, потому что он же... Наши воины вступили в бой. Мне неведом страх. Так, а он сам ставит базу? Он думает ставить базу. Так, стоп. Вот алтарь. Чей? Презента. Ну вот сюда надо. Укажи путь. Наши воины вступили в бой. Да, тут уже квест. Короче, надо убить вот этот вот алтарь. Странно, что он у меня не высветился. То есть у него где-то мейн все-таки стоит еще. Тут ставить базу смысла нет. А, вот он как. Ладно. Ставит лорницу сейчас. В смысле, ламбермилл. Возможно, там его убивает как раз. Так, это раз, это два. О чем вы просите меня? Добром. Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. Не убивает. Убили раба. Убиваем алтарь. Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. Он бежит, видимо, последний. Мое сердце жаждет битвы. Не бежит. Крео здесь ставит базу. Внемлю вашим словам. Мое сердце жаждет битвы. Ну да, Крео ставит базу. Как же ему по-другому там? Что случилось в наших лесах? О чем вы просите меня? Где же этот гад? Так, давайте подумаем, что нам делать. Мое сердце следующим образом, ну, следующим шагом. Андет, с одной стороны, бегает. Квест. У него вроде как лич. И прочее. Есть. Что произошло? Лимита немного. Убить можно. Смысла убивать особо нет. Потому что база-то у меня добывает. Внемлю вашим словам.
чем вы просите? Блин. Мое сердце жаждет битвы. Что происходит? Ах ты гад, а? За веру и народ. Мне неведом страх. Привет. Ну вот надо его найти. А надо его найти, потому что крысит. Крысит вот, вот будет бесить страх. Так еще полчаса героями. Поэтому наши отправляю еще одного. Добавляю, наверное, еще трех талончиков. Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. Рысь. И еще талона посылаю. Главным образом поверху. Да, он где-то сверху, мне кажется. Мне неведом страх. О чем же наши воины вступили в бой? Хорош. Что случилось? Привет. Мое сердце жаждет битвы. Есть корона королей. Я слышал зов. Жуку беру. Вместо серклетки, например. Ну, жуку важнее, он круче всех танкует. Так, здесь... Ой, а что это на моей базе-то происходит? Священная роща осквернена. Нехорошо. Что произошло? Очень страх. Плохо. Мне в чем же на отделении? Мне неверно страх. Во-первых, потому что как бы их двое. Что случилось в наших лесах? Ага. Вот он. Мне неверно. Вот они базы. Вижу Ламбер Милл. Немли вашим словам. И вижу... О чем вы просите меня? Все разные стороны пошли. Крио с танками. В принципе, микс-то верный. Внемлю вашим словам. О чем вы просите меня? Микс-то верный по войскам. Мне не верно. О чем вы просите меня? Я слышу. Внемлю вашим словам. Мне не верно. Вступили в бой. В чем шумят деревья? А, мы ему убили. Ну, в смысле, этот убили. Ну, скажи, что это последнее. Скажи мне. Мне не верю, сердце жаждет битвы. Мне не верю, страх. Я слышал зов. Или в ней после этого. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите? Умер. Внемлю вашим словам. Ставку и жука. Я слышал зов. ГГВП, отлично. Презента нет. А, Крео воюет с Кувестом. Танков достаточно много. Но есть два Маунтин Джайанта. Есть какие-то дриадки. Но я боюсь, что сейчас начнется экшен такой. Ну, в смысле, танки начнут лезть со всех сторон. Жук 10. Жуку на автоказ жуков, наверное. Мое сердце жаждет битвы. Тут хилочка пошла. Что много хавков. В наших лесах? Внемлю вашим словам. Еще одна корона. Пожалуй, паладину одному дам. Тоже нужно укреплять. Возьму. О, понеслась. Это кто? Это Крео. Мое сердце жаждет. Ну, поехали. Мне неведом страх. Лимита, правда, нет. О чем вы просите меня? Наши воины решили сбой. Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. Что произошло? Мне неведом страх. Мое сердце жаждет. Ну, я заказываю немножко дриад и одного МГМ. Чем вы просите? Привет. Раз, два, три, четыре. Мне неведом страх. Тут ульта, тут так, мне так, мне так. О чем вы просите меня? Да, дриадки падают, но вроде как... Да, жук самое главное. Жук терпит. Я резурек делаю. Можно попробовать убить форсиром. Ну а чего он? Правильно. ГГ пишет Крео, я резурек еще делаю. Что, все это? Остался Кувест и Халфбред, но Кувест уже все, ГГ, вышел. Мне неведом страх. Неожиданно. Немлю, о чем вы просите? А Халфбред какой фиолетовый, у которого там осталось несчастный Ламбер Милл. ГГ. Я даже не понял, как так. Причем он на первом месте по ресурсам, к сожалению, он... Квест даже больше заработал.
Какой автокаст, кого резерактить будешь? Да, точно. Жуки, кстати, убивают дриад. Просто уничтожаем. Ё-моё, какая там нагрузка на серваке. С ума сойти. Ну, вроде держимся пока. Сколько там? 6300? На премиум? Фактически падает, ребята, это не у вас, это на официальном стриме. Пауза, к сожалению. Пауза. Пауза. Пауза на 10 минут. На 5, может быть. Ну, короче, должен. Так быстро получилось, все хорошо, я вернулся к вам. Добрый вечер, уважаемые, ждем следующей созданной игры. Сейчас, конечно, масса зрителей, в общей сложности 19 тысяч человек на всех. Прикольно. Прикольно, прикольно. Ну, вроде держимся. Там сайту было плохо некоторое время, стрим-сервис тоже подлагивал, но по другим причинам. Там еще мажор у гайджинов вышел вчера. И... А 2000 рублей за Overwatch это адекватно? Ну, за текущую версию нет, конечно. Но учитывая то, что ей еще полгода будет работать... Я, на самом деле, сожалею, что игру могут сделать платной. Насколько я понимаю, официальной еще информации не было, но... А, предзаказ... Да ладно, все-таки платно. Жалко. Жалко, потому что хочется, чтобы больше людей эту игру попробовали. Вот, но... Это очень странно, конечно. Я почему-то полагал, что Blizzard уже основательно перешли на модель монетизации другую. Ну, типа free-to-play с внутриигровой темой. По крайней мере, в Hearthstone, Heroes of the Storm, последние новинки Близов, они именно на эту модель перешли. StarCraft-то понятно, у него старая модель с донами. Ясно. Можно. Сейчас Польска будет. Battle.net, говорит, тоже упал. Ха. Начинаю откладывать завтраков до весны, надо 2к скопить. Внутриигровые темы тоже будут, уже анонсировали костюмы. А, ну то есть Blizzard решили и так, и так. А, блин, как же в игру-то вообще попасть? Заходишь, сразу занято все. Кто успел, того и тапки. Ну, первую игру проиграли, но там вы видели, какая тема была. Быстрая. Вторую выиграли. Два паладина до жук. А вот в третьей посмотрим, кого нам, во-первых, дадут. Карта, конечно, попроще, поменьше. Ну, не то чтобы проще, она скорее быстрее, чем Рагнарок, потому что шахт меньше. Да и вместо 12 игроков 10 тоже добавляет. Голден, ну так, если все будут
За всеми... Мы слот резервируем только там для каких-нибудь хавков, знаешь, для там Блая, ну, для игроков, которые... Вот, а так желающих всегда больше, чем нужно. Ток Тис, привет! Привет! Поставил смайл бобра, но, может, не все знают, но это смайл бобра анимированный. Он вообще показывает, что у стримера микрофон не включен. Если вы присмотритесь, там говорит бобер. Вот поставьте кто-нибудь, у кого премиум есть, поставьте смайл неработающего микрофона. Дела не ждут. Нужно просто бобер все внимание привлекает от микрофона, от концепции всей. Вот. Сначала бобер, смотрите, он говорит, микрофон не включен. Дела не ждут. Потом смотрит на микрофон, включает его и улыбается. Склоняюсь. Тут же за каждым смайлом, понимаете, целое... Повелитель. Целая история. Жизнь за мерзу. Что, губчик у кого-то? Да вроде нет. Ох, вижу. Где прольется моя кровь? Вижу. Постройка завершена. Ладно, написал в конфу. Жалко, что был подлаг. Да, это понятно, да. Просто... Склоняюсь. Постройка завершена. Заказываю еще третью гулю. Наверное, постройка закажу все-таки завершена. Одного калита. Дополнительного, чтобы уже не гонять пацанов. Где прольется моя кровь? Этот пойдет, все-таки надо зигурат строить. Вторая группа. Повелитель, дела не ждут. Подписались хоть? Постройка завершена. Так, заказываю героя. Заказываю финда и магазин. Протормозил начало. Я жажду служить. Исполню с радостью. Андеды неплохие, особенно на этой карте. И достаточно сложно убить, они, в принципе, сами неплохо пушат. Склоняюсь перед вашей. Крипинг, правда, медленный, но зато надежный. Где прольется моя кровь? Постройка. Не уверен, что стоит. Что стоит. Сделано, то сделано. Да, выманиваем. Там у одного тролля есть сетка. Время пришло. Вот он, я кинул. Алхимик. У меня нормальных игр с алхимиком уже достаточно давно не получалось. Убивает меня быстрее, чем алхимик доживает до каких-то серьезных лет. Пойду-ка я лучше за скелетами. Стройка завершена. С ними быстрее просто все происходит. И, наверное, я еще один... Еще один зигурат построю до окончания грейда. Причем построю его сейчас вот здесь вот. После этого финт. Грейд откладываем. Пробуем забрать. О, может, и заберем, кстати. Пошел финт. Четвертый уже, кстати. ЛС в самую последнюю секунду маг перед смертью кинул. Я не буду, естественно, лезть на своего соседа. Я хочу просто покрипиться. Сделаю все-таки грейд сначала, потому что все равно лимита немножко не хватало на...
на второго финда. Вот только-только достраивается зиггурат, видите, денег нет на финда. Достроилась, и пауза буквально 6 секунд до финда, до заказа. Заказал финда. Жезл Люзи, хорошо. Я пойду попробую крепануться все-таки. Здесь не рубку за... А, нет, не рубку. Попробую... Попробуем сейчас вообще аркадненько немножко сыграть. Купить алхимика. Здесь вызываем... Не, не вызываем никого. Вызываем скелет. Умрет, но Марча не умрет. Шеддер уже перекупили. Ой, тут уже Дима. Тут я не закреплю нифига. И Дима уже третий. Хоть ТП жми. Иночку ставь. Да, надо ТП жать. Палыч, не лечи. Ой, какой Палыч слоупок. Он мог абсолютно спокойно меня там... Меня там забрать. Ну, финда у меня одного забрать. С иллюзиями крепимся. Базу ставим. Вот любопытно, кто у меня? Неужели мудрость под это самое, под боком? Товарищ, по крайней мере, перекупил Шреддером. Стройка завершена. Молодец. Где прольется моя кровь? Спасибо за слот, поддержать гейм с таким одно... А, Golden Boy, это ты? Это Golden, который капы поддерживает. Чего желаешь? Ох, я не знал, что это ты. То есть, знакомый, конечно, никнейм, но... Стройка завершена. Стройка завершена. Давай по блату тогда тебя в следующую, если ты, конечно, хочешь. Golden Cup и серия турниров по Варкрафту. И товарищ, судя по всему, это тот самый Golden Boy. С одноименными турнирами. Обидели человека, видите? А что, что сделать? Сделаю все-таки некрополь. Закажу... Заранее несколько акалитов здесь. Но только парочку надо будет сразу выходить в, ну, делать следующий брейд. А хошку возьмешь? Хошку, конечно, всегда берем хошку. Так, поместится. Да, поместится в лимит 51 обсидианка, но 6 финдов как бы есть. Сетку не знаю, делать, не делать. Вроде. О, хорош. Таурен, блин, хорошо. Таурен, это приятно. Тележка пошла. Может отменить? Может отменить реально? Постройка завершена. Так, ТП быстрее наберу. Да, аркадненько, но лучше отменить. Беру ТП. Ну а чего тут уже все акалиты? Почти достроились. Осталось дождаться обсидианку, взять скелетов. Чем могу быть полезен? И, наверное... Все. А, ну вот и сделать сеточку. Они ждут. Потому что, скорее всего, она может просто пригодиться прям вот неожиданно. Внезапно. И времени, несмотря на то, что она делается быстро, может и не быть. Так что я и закопку, и сетку делаю. Да, это мудрость, да, мудрость у меня под боком. Свеженькие трупы, это очень хороший знак. Арчей, правда, но... Ага, он эльф. Исследование завершено. Грейд на Т3 не готов. У него, то есть, медведей нет. Смайловский голем заходит. Блин, он может сейчас... Давай-ка гулькаем мне. А может, стампанем? Постройка завершена.
дела не ждут. Да иду. Голем закончился. Вот нельзя сейчас. Надо убивать ему Мунвелла, во-первых. Потому что сейчас медведи пойдут. Блин, капец. Исследование завершено. Они ждут. Сглажня древесины. Да, прибитель. Здесь хорошо бы стампануть. Пробовать свалить. Понимаю, что сложно, но нужно. Я готов. Что прикажете? Дальше работать дальше по Мунвеллам. По Мунвеллам, по Мунвеллам. Сделать еще... У меня делается грейд. Медведи готовы. Ярых маг еще. Блин, плохо. Да, и нападают здесь. Телепорт срочно. Ох, плохо. Да потому что сейчас supply блок. Битые герои. Что прикажете? Отличный план. Надо типа держаться. А за что держаться непонятно. Много арчей. Медведи. Оседочка пошла. Я готов. Турен подтупливает. Да алхимик, в общем-то, тоже. Что приказали? Да ё-моё. Постройка завершена. Да, плохо всё. Падает у меня Турен. Наш герой пытаюсь воскресить. Рули типа в атаку. Постройка завершена. Чего желает, мой любитель? Тут не откатилось ни черта. Постройка завершена. Блин, как не вовремя, а? Я еще вышки не догрейдил. ГГ, короче. Забейте. Не сделал разведку. Ну, то есть я знал, что смайл справа, что мудрость слева. Вроде к мудрости пришел по таймингу, но... Плохая защита была на базе. Надо было просто делать, пораньше сделать грейд на нерубке. И все, и первый голем меня должен был тоже насторожить. Что он приходил смотреть. Ну, хотя, что он там увидел? Ничего он не увидел. Ни армию не увидел, просто калитов увидел. Плохо. Шредера потом снова не чекнул. Да, Шредера тоже я после того, как его перекупили в первый раз, не проверял далее. И это было тоже ошибкой, потому что леса не хватало. Этим есть проблемы, нагрузка на серваках. Ну что, мне прекращать, что ли? А, счетчики клали сайт. Прикольно. Я, наверное, скоро закончусь, учитывая такую динамику. Хотя мои там 1000 зрителей любимых особо нагрузки не делают, наверное. Чуть не готовы вы были склону. Да-да-да, есть такое дело. Нагрузка очень высокая. И совпадение с этим, с... Так, Golden Boy. Golden Boy, он будет вообще, он здесь? Да, здесь. Заходи, если слышишь. Я даже, кстати, не просил его включать. Я говорил о том, что его надо в игру только после того, как... Ну, только во время игры. То есть кто-то у нас слушал стрим.
Ох, мы приобретаем и подключаем еще один сервачок, раздающий хороший. Но, к сожалению, он будет только либо в конце следующей недели, либо в начале через неделю. Там будет и каналов много, гигабит 40, и сам по себе он хороший. Вот, ну сейчас просто повторюсь. Во-первых, вышел апдейт от Wargaming, который там CDN раздает. Ну, CDN, которым мы пользуемся. Ну и, в общем-то, близко он. Одновременно количество зрителей сейчас сумасшедшее. 35 с половиной тысяч. И, ну, это дичь. Что-то залагало, да, я вижу. Я вижу, что залагало. Ну, добавится еще где-то. Сервак сможет качать. 1015 зрителей потянет. Так, он пришел. Ready. Ready. Да, я тут как капля в море, на самом деле. Какой счет? У нас была всего одна победа и два поражения, насколько я понимаю. То есть вот первая игра поражения, вот третья игра поражения. Вы не ожидали, что будет такой наплыв? Ну, вообще нет. Я вообще не думал, что будут стримы с BlizzCon у нас. Вот, а тут как бы бац и поперло. Какие-то вообще... Ну, то есть я ожидал, что будет стримить там 2-3 человека ключевых наших. Но тут вообще какие-то... Появились стримеры, которые сейчас собирают 7000 и все. Снова эльфы. Сегодня как-то очень часто эльфов дают, слава богу. Так, ставлю. А, оф, сори, я на скайп еще открыл. Ой, блин! Косяк. Не хватает дерева. Косяк. Надо срочно дерево создавать. Добывать. Слишком близко поставил, обнаглел. Причем в ущерб золоту нужно дерево добывать. И повременить со вторым бараком. Готово. Готово. Заказываю героя. Так. Мунвейл еще нужен один. Мунвейл поближе ко входу поставлю. Героям придется как-то крепиться, учитывая то, что не будет ни арчи, ни... Дерево только достраиваться будет. Ну, можно с одним, в принципе, деревом закрепиться. Это уже не такая большая проблема. Второй барак нужно ставить. Обязательно. И... А может арчу дождаться? Не-не-не, арчу не надо дождаться. Лич. Ой. Лич это, конечно, хороший герой за эльфов. То есть он позволит в бою себя хорошо проявить. То есть гиппосов, в частности. Готово. Или вражеский гарк. А уе у него хороший. Причем хороший он еще в том плане, что и урон хороший наносит, и замедляет диком. Я поклялся служить Эрзулу. Проси. Так, двигайся сюда. Почувствуй зов могилы. Придется, скорее всего, заказать сначала еще базу. Слушаю. Потому что на всех, ну, на арчей я столько не потрачу. У меня один барак работает, второй там... Не, лич хороший герой, я не жалуюсь. Он, конечно, сложный в том плане, что слабенький и скрипингом у него не все так здорово, но он молодец. Твоя воля исполнится. Так, пойду сразу базу ставить, причем ее точно нужно ставить на удалении. Слушаю. Я готова. Так, предначертан. Так, дальше. А ты просто ставь, становись сюда. Здесь ставим базу.
Я понимаю, что криво, но как бы ее нужно ставить. Приказывай. Здесь перенумеровываем. Я поклялся служить. Мой лук всегда заказываем. Арчу. Недостаточно золота. Я готов. Накапываемся. Я поклялся служить. Идем в бой. Сейчас на ближайшие 300 голды нужно будет... Так, Дарк, я не буду прокачивать второй левел, вдруг жук вторым будет с жуками. Я тогда смогу... Укажите мне путь. Я готова. Я тогда смогу... Жрать жуков и восполнять ману. А так-то, конечно, нужно... Укажите мне путь. Жду приказа. Проси. Я готов. Ваш ход. Ладно, еще одну арчу сделаю. Мне нечем просто убивать шахту. Я хотел эту базу построить. Ой, в смысле, грейд сделать побыстрее, но... Приказывай. Укажите мне путь. Посмотрел на три арчи, даже четыре. Слабенько. Наши воины. Жду приказ. Для крипинга. Можно, конечно, веспов, и нужно будет веспов притаранить. Потому что лич, к сожалению, не наносит нормального урона. А нового тратить жалко. Ну, но нормального урона с руки имеется в виду. Хотя, может, и обойдемся, в общем-то. Жду приказа. Один весь точно лишний. Да и это тоже лишнее. Укажите мне путь. Хорошо. Шреддер когда? Шреддер сейчас. Недостаточно золота. Добро. Шреддер готов. Веспом я проверю соседом. Тут, естественно, вторая нова. Tome of Experience, неплохо. Жду приказ, укажите мне ваш ход. Больше пяти арчей я делать не буду. База достраивается потихонечку, побежим. Я слышу крипинг. Готов. Ой, Дима. А какая раса это, я не увидел. Опять мудрость сосед. Я поклялся служить Нерзулу. Мне нужна цель попроще, то есть которую быстрее можно убить. Поэтому я проверю вот этого товарища. Я поклялся служить Нерзулу. Так, ставлю базу. Я поклялся. Барак выкопаю, поближе поставлю, чтобы тоже защита была получше. Древо не может расти здесь. Проси. Укажите мне путь. Я поклялся. А вот здесь можно уже новую тратить. Мой лук всегда со мной. Стреляй. Проси. Слишком просто. Слушаю. Укажите вопрос, мне куда ее тратить? Вроде как большого тролля нужно тратить. Слушаю. Давай просто армор все-таки сделаем. Ну все, понятно. Ваш ход. Укажите мне путь. У меня только на одну новую осталось. Укажите то есть путь. Я могу только на аркадку убить большого тролля. Который, кажись... Ваш ход. Нет. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Воины вступили в бой. Так, а тут смайл опять. Падение? Мой лук всегда со мной. Ваш ход готов. Жду приказа. Я поклялся. Укажите мне путь. Ваш ход. Ну, я тут закреплюсь. Второй герой очень нужен, как, в общем-то, играет на следующий тир. Со Шреддером, конечно, мы денег сэкономили, потому что не надо будет, во-первых, достраивать веспов. И сразу базу можно будет... Жду приказа. Ой, как не хватает там манка. И надо будет одного достроить веспа. Жду приказа. Жалко, что тролль мне не достанется. Приказывай. Жду приказа. Я поклялся служить Нерзулу. Да и еще одного веспа нужно построить. Приказывай. Куда-то все пропали веспы. Слушаю. Проси. Я поклялся служить. Лечу ботинки бы не помешали. Попробую на шару прийти, но там скорее всего уже все закреплено. Потому что там был и Демон Хантер, и... Опа. Нет. Чуть-чуть не успел. Второй новый попробую добить, да, чтобы получить тоже четвертый левел, немножко экспы. Спокойной ночи. Укажите мне путь. Проси. Ваш ход. Я готова. Атма это неплохо. Я поклялся служить Нерзулу. Мой лук всегда со мной. А мудрость за кого вот играл? Ладно, в любом случае сначала медведем.
а потом уже разбираться будем. Грейд ночное видение. Слушаю. Укажите мне пути. Он Вэлла нужны. Еще пара висков. Тут закреплено уже. Все. Ну, осталось только закрепить своих троллей, наверное. Смайл или мудрость? Не знаю. Наверное, все-таки мудрость надо опять смочить, потому что он ближе тупо. Пойду за ботиночками схожу. Ваш ход готов. Я поклялся служить. Нужно действовать. Доверься мне. Богиня согласна. Ботинок свиток. Нужно действовать. Пробегусь, посмотрю. Доверься. Кто он и с какой стратой? Мы готовы нанести удар. Хуман. Я готова. Защиты нет как таковой. Ой-ой-ой-ой-ой. Доверься мне. Беру став, пытаюсь свалить, но не свалю, то едут. Хотя нет. Свалю. Мой лук всегда со мной. Древо выращено. Возьму сейчас следующего героя. Реджувчик на потму. Арбуличу. Ну или потме. Потме, наверное, лучше. Что потма чаще будет стрелять. Там Дима, да? Я поклялся. Когда начинать? Я готов, типа, выходить еще из лимита. Недостаточно золота. Хорошо. Раньше времени... Ой-ой-ой, смайл пришел. Укажите мне путь. Иллюзия футменом. Исследование завершено. Да, иллюзия точно. Исследование завершено. Слишком просто. Сделаю грейд пока на медведей. Сделаю грейд на армор. Жду приказа. Жду героя. Укажите мне путь. Можно на автокаст поставить. Жду приказа. Вы понимаете. Давайте я лучше ботинки передам лечу. Что до него Димка будет чаще домогаться. А, тут реинфорсмент. Питлорд. Что это такое? Я поклялся. Сейчас просто так просто не напасть. Под 80 лимит делаем. Укажите мне путь. Грейд над Риадхом. Всегда со мной. Ваш ход. Я поклялся. Укажите мне путь. Мало. Нет, нормально. Не проблема. Хотя если сделать нового. Мы готовы. Укажите мне путь, да. Хауль пошел. Еще нового, пожалуйста. Укажите мне путь. Исследование завершено. Да, боишься? Приказывай. Я поклялся служить Нерзу. Еще надо реджув сделать. Мой лук всегда со мной. Меня сюда вот. А, это иллюзия. Мой лук всегда со мной. Не хватает газы. Жду приказа. Слишком просто. Давай-ка вот так вот сделаем. Укажите мне ранду. Мы готовы. Так, свиток еще из нем. Ваш ход, доверься мне. Очень неплохо пока что. Достаточно битый, и арба очень хорошо работает. Я одного медведя постав, отправлю на нычком. Телепортируется. Что, базы нет? Есть база. Спугал. Немножко козочек. Жду приказа. Приказывай. Проси. Что? Боишься? Приказывай. Слушай. Укажите мне путь. Мертвые идут. Мой лук всегда со мной. О чем шуна? Жду приказа. Проси. Укажите мне путь. Не проблема. Нужно действовать. Мертвые. Что случилось? Доверься. Я согласен. Не накопилось у меня. Привет. На ману. На этот, на... Ну, вы понимаете. На новую. Вот накопилось теперь. У него как там умирают, рабочие умирают. Молодец. Нужно действовать. Рычу. Превращаюсь. Реджуф надо кидать. Убиваем. ТП есть, все ок. У нас мало времени. Трепещи, смертный. Мы готовы нанести удар. Проси. Нужно действовать. Не доверься нам. Привет. Ты шумно, словно рысь. Третья новая есть. Потма упала, правда.
Приказываю. Опять не хватает. Мне на новом. Буквально чуть-чуть. Не хватает маны. Приказывай. Привет. Козочка, давай, аккуратненько. Что произошло? Два левела у Питлордом. Привет. Что случилось? Здесь все, здесь все. Все быстренько ставим базы. Слушаю. Привет. Иду. Что произошло? Проси. Что случилось? Мудрость сливает. Я возьму еще виспов вот так вот, чтобы быстрее анычку поставить. Возьму отсюда медведя, у него реджуф есть. Потму восстанавливаем, грейды делаем. И нет, больше дряд не надо, ты что? Грейды делаем, нечего плейсом делаем. Здесь, в общем-то, больше никого убивать не нужно. Оно не мешает нисколько. Что случилось в наших лесах? Выберите другую. Слушай, что произошло? Когда начинать? Падение. Надо восстановить манку. Кос перебор. Ну, боялся, что не продавлю. Чем могу помочь? Здесь два свитка беру. Что козочек лечить по-другому сложно. Песничку ставлю. Где там медведь еще? А, вот он. Меня будет. Возвращаемся домой. А восстанавливаем ману. Падинец. Можно передать. Лечу. Когда начинать? Уже в пути. Что? Что с радостью, что случилось? Наследование забирает. Патма готова. Нужно Патмы. Действовать. Сова. Первый приоритет — это следующий сосед мой. Я поклялся служить Нерзу. Я возьму, передам девайсы Питлорду на силу и на армор. Потому что он единственный танк у меня в группе. Мы готовы. А вот лечу, закуплю ману и хп. Есть медведи. Даже привет. Слишком много медведей. Вижу реинфорсмента здесь. Мне нужно увидеть, какая у него защита, какой желательный состав армии у него. Защита пока не очень. Для медведей весьма пробивная. Я поклялся служить. Зря я не пошел, ну, то есть засветился на этой, на... Приказывай. На ферме. Я поклялся служить Нерзулу. Я согласен. Где медведи там? Так, начнем сверху. Привет. Будем просто вместить по вышке. Привет. Он сзади идет, грифоны, вся лабуда. Один сюда, один сюда. Привет. Назад, 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 назад. Что случилось, наша лиса? Привет. Что случилось, наши воины? Я готова. Патма с аурой. В чем шумят деревья? Слушай. Не оставлять следов. Я готов. Свет, пожалуйста. Что случилось в наших лесах? Там мортиры уже. В чем шумят деревья? Тоже есть. Я готова. Не, нельзя тут сражаться. Что случилось в наших лесах? Нужно действовать. Козочки не держат удар, к сожалению. Красиво. Козочки вообще не бойцы. И он сейчас может вполне в контратаку сходить. Но я хочу, во-первых... Что случилось в наших лесах? Так, а что ты делаешь-то вообще? Приказывай. Я поклялся служить. Я хочу, во-первых, грейды. Конечно. Слушаю. Готово. Я готова. Я не уверен, что мне МГ сейчас нужны. Что случилось в наших лесах? Я знаю, что мне нужны свитки, мне нужен ТП, мне нужно потратить деньги, чтобы вот здесь вот была добыча. Слушаю. По соточкам. Готов. Не хватает. Не буди его, не зверя. О чем шумят деревья? Исследование завершено. Славу леса. Мы готовы. Не хочу отказываться от пирсинга, учитывая потму. То есть ряды тут на самом деле не так плохо и заходят. Одного МГ сделаю, учитывая то, что грейды готовы, и по лимиту он помещается. Виспов я тут перестроил, к сожалению. Надо, наверное, на эти два виспа сделать уже первый антиэйр, такой серьезный. Красив.
поставить на автокаст. Опа. Ты все, да? Умри. Подмынет сапог. У меня нет. Нужно действовать. Исследование. Беру сапоги, беру серклетку, беру свиток. Золото. Бабла не хватает. Но 4 базы должны дать. Ну, принести свои плоды. В наших лесах. Я поклялся служить. Что есть уже на свиток на один, и сейчас будет на второй. Выбирай. У меня есть сова. Не надо пренебрегать ей. Возможно, Ринфорсман с кем-то еще дрался. Возможно, момент. Момент для атаки подходящий. Нифига себе. Турель ставит базу. Это новость. Что это такое? Да, Ринфорсмент отстраивает нычку. Я проверю, не убил ли он соседа своего. Готов, готов. Похоже, что... Я поклялся служить. Третья нова не дает респам вообще отступить. Турели минус. Нужно действовать. Что ты задумал? Я поклялся служить. Да, реинфорсменты здесь с базом. Одну дрядку сюда. Привет. Одну дрядку сюда. Хочу еще сделать дропчик к нему на мейн. Что случилось? Наши воины вступили в бой. Ой, плохо. И шумно, словно рысь. Приказывай. Ну, одного медведя закинем. Медведи мне все равно не нужны. Что произошло? Я поклялся. Далее надо. Наши воины вступили в бой. Надо с его армией немножко посражаться. Привет. Не оставлять следов. А, вот так вот, да? Ну тогда идем сюда, сюда. Я готова. Медведя он убивает, но повторюсь, сейчас нужно просто разменяться на ТП. Я поклялся служить. Убивать ему рабочих. Ага, сюда идет ТП. Ну дрядки тогда назад. Возвращается. Я готов. Я согласен. Телепортируюсь. Нужно действовать. Привет. Здесь добиваю рабочих. Фатма живет. Что случилось в наших лесах? Здесь рабочих нет. Привет. Что случилось в наших лесах? Нормально, похарасил. Ну, разменял на два. Ну, хотя там я медведя еще отдал. Ой, вот это зря. Да-да-да. Как быть? Ну, есть хауль против танков с одной стороны. Есть нового грифонов, можно штрафануть с другой. Дриады, конечно, да. Дриады весьма специфичные. Весьма-весьма. Что случилось в нашей казе? Но с ним сражаться надо. Россия. О чем шумят? Медведь пришел чисто для рыка. Грейды все. Он восстанавливает рабов, естественно, а что же ему еще делать? Ты меня пугаешь? Я поклялся служить. Славу леса! Точно! Доверься мне. Привет! О чем шумят? А блин, ну назад, назад, еще раз. Нову кидаем. О чем шумят? Что случилось в наших лесах? Плеча бьют. Привет. С радостью. Еще нового. Я поклялся. Надо. Чем больше времени я выигрываю, тем лучше. Потому что... Что случилось у него... Я согласен. Что произошло? Да будет. У него дряды там умирают от... И ладно, поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Тут нова. Третья. Поехали. Хауль надо сделать. Свиток делаем против сплэша, да? Что произошло? Диспл, диспл, диспл. Еще один свиток сделать. Я поклялся. Привет. Что произошло? Дрядку одну там убили, к сожалению. Как-то
тут рестор. Гипсов назад. Еще хауль. Возьму бьют. Лич, Death and Decay. Шумно, словно рысь. За календарь. Нужно действовать. Я готова. Я поклялся. Так, я убью алхимиком. Здесь козочка с этим справляется. О чем шумят деревья? С мортирой расконтролили. С радостью. И бьем дальше рабочих. Телепорт есть, если что. Гиппосы молодцы. Гиппосы подлечились и вернулись. Здесь можно реджу сделать. Сюда идем, убиваем. Надо свиток купить. У меня нет. Я поклялся служить Нерзу. Когда начинать? Нужно действовать. Он быстро бегает, плюс он ближе всех был. Слушаю. Вот. И таким образом мы у него две базы убиваем. Он идет разводить меня. Слушаю. Ну, можно понять. Не буди его мне, зверя. Я поклялся служить. Я изну один свиток сразу же. Слушаю. И одну дрядку уберу. Что случилось? А, он уже здесь. Когда начинать? Цепляю, по крайней мере, привет. Мортирку одну. Не оставлять следов. Слушай. Что случилось в наших лесах? Диспелю. Так, он телепортируется сюда. По славу леса. Да, да, да. Я поклялся. Мы готовы нанести удар. Я обличом, конечно, еще ману восстановил, а то совсем... Так, давайте я возьму персоналочку просто и вот так вот схожу. Что случилось в наших лесах? Слушаю. Доверься мне. Ну а потому что от чего? Судьбой. Правильно? Нужно действовать. Шумно, словно рысь. Отправлю одного МГ вот сюда, вот скажем. Дрядку вот сюда вот. И будем улыбаться. Что произошло? Пара талонов нужна. Я поклялся служить. О чем шумят деревья? И сподлечить базу нужно. Золотой рудник скоро иссяк. А, он здесь уже. Надо цеплять новый сразу же. Цепляй, цепляй, цепляй. Слушаю. О чем шумят деревья? Что произошло? Харас идет. Привет. Слушаю. Еще нового, пожалуйста. Еще одного МГ надо, учитывая я количество. И он готов сейчас что будет сражаться. Проси. Наверное. Я поклялся служить Нерзулу. Да будет так. Слушаю. Вот так вот надо новую сделать. Проси. Тогда будет жара. Слушаю. Ну и атанк подбиться на мейне. Да, легко сказать. Исследование завершено. Я поклялся служить Нерзу. У меня нет. Здесь все ок. Нычка минус. Тут базу добиваем тоже. Наши воины доверились бой. Блин. Он успеет ведь убить. Выкапываюсь. Нет. Висп. Я сам криво. Покупаю ТП, не покупаю ТП. Здесь танки, там танки, везде танки. Беру отсюда МГ, возвращаю на базу. Дрядка лечится, этот берет дрын. Надо сделать пару протекторов. Здесь купить надо ТП, две штучки. Теряю две левые базы, 100% инфа. Но правда, этот еще... Нет, этот уже тоже не под вопросом. А там стафает, старается. Слушаю. Я
поклялся служить. Мне нужны, блин, мне нужны талоны. Нужно перекапываться сюда деревом. Где-то Висп у меня пошел строить базу. Я поклялся служить Нерзу. Что произошло? Кто-то мне на мейн пошел, там танки поехали, но вроде МГ-1, даже 2 МГ есть. Я прилетел на крыльях. Готов, готов. Нужно просто сейчас соединить. Слушаю. Приказываю. Из базы строится. Да, вот, пожалуйста. Я готов. А что, Fairy Fire-то нет? Недостаточно. А маны нет. Манвейлы пошли. Слушаю. А ты как с ними быть-то? Слушаю. Что случилось, наши? Я думаю, надо опять сюда подряди послать. Привет. Я поклялся. У него сейчас мейн закончился. Готово. Надо делать грейд на Т2. Причем это я делать буду на мейне. Слушаю. Здесь танки. Беда. Слушаю. О чем шумят деревья? Я поклялся служить. И с рабочей бомжует. Их нужно действовать. Смерть. Опять я прокачал эту стрелку вместо совы. Приказывай. Сюда надо переходить уже потихоньку. Что произошло? Да, тут рядом. Слушаю. Проси. Я поклялся. Так надо это покаять, ребят. Боишься? Приказывай. Слушаю. Что случилось в наших лесах? Приказывай. Привет. Священная роща от терминала. Понятно. Готово. По славу леса. Приказывай. Добыча идет, но... А, я понял тебя. Раз, два, три, четыре. Два, три. Отступай. Что случилось в наших... Хватило бы одного лича. А, ну и тут еще атака. Ну да, ну да. У меня нет, к сожалению... О чем шумят деревья? Не успеваю. Просто не успеваю. Тут грифоны. Здесь базы нет. Как бы мне его забрать? Ну, 8 косарей, ты как угодно его можешь забрать-то, ё-моё. Наши воины вступили в бой. О чем хочешь? Давай, давай, вот сюда вот, ну. Проси. Сюда вот, ну, даже. Наши воины вступили в бой. Я поклялся. Ну, лечок, ну. Слушай. Сейчас он всех будет стафать. Древо выращено. Прикажи. На деревья. Я поклялся служить. Может, пробить его просто. Что случилось в наших лесах? Взять медведей. Слушаю. Я готова. Да пробить. Приказывай. Я поклялся служить. Мне так и не даст ничего поставить, понимаете? Не даст. Что произошло? Дрядка здесь атакует. Слушаю. Я поклялся служить. Давай, медведем, и чё? Слушаю. О чем шумят деревья? В этих базах периферийных огромное количество бабла. Огромное. Что случилось в наших лесах? А я, видите, торможу. Я поклялся. Надо передать лечу. Надо стафануться лечом сюда. Закупить масс маны. Здесь. Слушаю. Базу делает Юлия. Что произошло? Не оставлять следов. Что произошло? Охота начинается. Еще медведя. Слушаю. Свиток лечения один есть.
Что случилось в наших лесах? Он опять сейчас полез налево. Я уверен, нычки проверять мои верхние. Наши воины вступили в бой. Я поклялся. Я готова. Добили тут шального блейдмастера. Так, а что я могу? Я могу сделать Death and Decay. Во-первых, потихонечку так. Soulburn пошел. Наломиться могу? Да, да все ты можешь, но это... Это опасно. Ой, красавчик, вот... Так, давай стафанем одного МГ сюда. Берет дрын и пошел вперед. Здесь надо вытащить виспов. Попробовать сюда пройти. И автокас поставить. Священная роща осквернена. Проси. Да блин, где ж... Он из... О чем шумят деревья? Как ругаться хочется, вы бы знали. Слушаю. Привет. Я поклялся служить Нерзулу. Красавцем. Не буди его мне, мертвые зверя. Идут. Что случилось в наших лесах? Проси. Наши воины вступили в просто бой. Просто красавцы. Слушаю. Может, просто ломиться? Конечно. На эти вышки? О чем шумят деревья? Ну как ты хочешь еще? Ёпперес, это еще один наши танкизм. Наши воины вступили в бой. Проси. Привет. Твою налево, ну как, вот, что это за люди, а, такие? Что готово за люди? Готово. Приказывай. Проси. Когда начинать? Слушаю. Проси. Твоя воля исполнится. Приказывай. Ну где там лич, ну ё-моё. Давай свиток лизни. Ну конечно. Я поклялся служить Эрзу. Шестой. Давай шестой Думчанского закинем. Здесь убили дриаду. Черт, его танкисты, они меня так бесят. Два соседа, два танкиста, но... А, добычи нет никакой. Слушаю. Я поклялся. Танков здесь много. Проси. Реген, реген. Базом. Что произошло? В чем шумят деревья? И Джулия. Привет. Еще это. Проси. Этот. Слушаю. Что? Боишься? Наши воины вступили в бой. Что же, не круто совсем. Но я делаю дриад. Слушаю. Что мне тут нужно о что-то... Я поклялся служить Нерзу. Что-то, что убивает. Готово. Готово. Гипсов мне не осталось, к сожалению. Я парочку еще тройку сделаю. Что случилось в наших лесах? Проси. Здесь опять не поставить базу из-за танков. Слушаю. И здесь смайл нападает. Я поклялся служить Нерзу. Наши бои вступили в бой. Как я люблю. Поехали. Плохо здесь, конечно, все. Я поклялся. Что ж поделать? Что ты задумал? Что произошло? Ой, упал. Здесь лимита меньше еще. Какая досада. Радость. Он опять телепортируется, красавчик. Я готова. Я поклялся служить. Построить лунный колодец. Остались у меня вообще виспы? Остались. Ну все, бабло заканчивается. Добычи нет. Как я люблю. О чем шумят деревья? Слушаю. Герой мертвый. Привет. Ты шумно, словно рысь. Уже пути. Что произошло? Привет. О чем шумят деревья?
Что произошло? Две нижние базы. Я отдаю. Служить Нерзулу. Приказывай. Так, давай-ка. Давай-ка сову. Магазин нужно восстановить будет. Слушаю. Приказывай. Чёртовы танкисты, а. Слушаю. Лимита нет. Готово. Выберите другое место. Приказывай. Я вроде заказывал там Mountain Giant'ов. А, я из-за отсутствия магазина не мог это сделать, видимо. Проси. Привет. Слушаю. Он идет. Я согласен. Что случилось в наших лесах? Приказываю. Нужно действовать. Привет. Начертано судьбой. Красавчик. Я поклялся служить. Останавливаю питлорда. Привет. Проси. Что произошло? Как я привет. Приказываю. От деревьев. Я готова. Ну я рычу. Здесь сделаем так. Что случилось в наших лесах? Так. Что произошло? Привет. Славу леса. Наши воины. Леса не хватает. Что случилось? Я готова. С радостью. Я поклялся служить. Я готов. Старфол есть. Что произошло? Что случилось в наших лесах? Еще Юлия это приходит опять. Я поклялся служить Нерзу. Здесь еще танкист. Проси. Ах, приказывай. Как я люблю природу. Понятно. Денег на базу уже нет. Приказывай. Что случилось в наших лесах? Есть, учитывая то, что герой умер. Что произошло? Священная роща осквернена. Что произошло? Слушаю. Да, я буду видимым. Что случилось в наших лесах? Ну, мне нужно типа выкапывать здание. Я поклялся служить. Деревья. Идти ставить сюда базу. Слушаю. Проси. Привет. Мы готовы нанести удар. Сражаться без третьего героя. Танкисты. Танкисты, понимаете, бесят, очень бесят. Что один, что второй не это самое, не сражаются. Проси. Сидят, разводят. Слушай. Что произошло? Что случилось в нашем? Если бы ладно один, я бы этого зажал левого. Но... Привет. Нужно действовать. Что это же капец, это же крысы. По славу леса. О чем шумят деревья? Слушаю. Что произошло? Просто крысы. О чем шумят деревья? И шумно, словно рысь. Ставлю базу. Ау. Я поклялся служить. Продает медведя, красавчик. Проси. Что случилось в наших лесах? Приказывай. Ну, в общем-то, и все. Мунвелла не восстановить. Бабла нет. Слева у товарища две базы. Еще плюс две будет четыре, скорее всего, если он центр еще не поставил, кстати. Что случилось в наших лесах? Алтаря нет. Что произошло? Проси. Сейчас мне предстоит очень долгие. Что случилось в наших лесах? Я готова. Очень долгие темы. Я беру дрыны, освежаю. Приказываю. Что произошло? О чем шумят деревья? Вижу я одного. Я поклялся служить Нерзулу. Грифона, который. Что произошло? Слушаю. Наши воины вступили в бой. Мы готовы идти сюда. Доверься мне. Вперед! Я поклялся служить Нерзулу. Вот ну бас, даже... Мы готовы. А, ну и тут второй. ГГ, такие они крысы, просто крысы. Просто крысы, как они меня бесят, а? Оливаем. Как же Близкон? Да ладно, Близкон-то им без меня справится. Там опять увеличивается количество проблемных.
какие у нас там цифры-то получаются? 22 тысячи. Маловато. Уже спало. Ай, да бесит, согласитесь, что бесит. Просто один танкист, второй танкист. И все. Причем как бы даже контролить не надо. Хуман, который теряет просто фейлорда, не стафает. А ему не нужно. У него танки через атаку поехали. Я также выигрывал периодически, но... Но это бесит. Очень бесит. Так, случайный выброс. Тут места нет, к сожалению. Спасибо. Разведку в самом начале, если хум сразу уничтожить. Так я уничтожил своего соседа. У меня был мудрость слева и справа смайл. Я выбрал мудрость, убил мудрость. Но дело в том, что там еще дальше один хуман, который в танки пошел. То есть они все танкисты. Стрим оф ПЛЗ. Ready. Зачем обзываешься? Не выдерживаю. Сори. Сам недавно так играл с Архимагом. Я-то играл один, понимаете, а тут как бы один слева, другой справа, три веселого гуся. Да, третий еще Юлия там что-то бегал. И... И вот. Орков дали в награду. Данпил говорит, Миш, дай слот, где ты был вообще? Мы так... Во-первых, лаги у хоста, ну, по крайней мере, у меня спайки проходят. Особенно в первой игре были жесткие. Тебя нет, анонс был. Готов, крал. Короче, Данпил, это один из первых твоих таких крупных проколов. Хорошо. Куда я пошел Борусом, вообще не ясно. Ладно, давайте пытаться что-то сделать. Готов, крал. Что тут сделаешь-то? За орков, может быть, все-таки... Угу. Да, давай. Сделаю. Хэдхантеров. Нужно запилим. Золото. Нужно готов, золото. Крал. Нужно золото. Да. Что надо, хозяин? Главное, левого почти... Ну, то есть у него уже мейн закончился, снизу база готов, только одна таскает. Крал. У меня запас 8 косарей. И понеслась. Дело сделано. Да. Хорошо. Классная застройка вообще. Шикарная просто застройка. Угу. Гоу Маскадоев. Без разведки. А вдруг там кто-то другой, кто-то несъедобный совсем. Чего хочешь? Вдруг там Мас башен, а я с Кадоями пойду, как второй дефенсив. Угу. Удовольствие. Так. Готов, крал. Хедхантеры, значит, да? Хедхантеры, это значит, что мы можем спокойно в кастера выйти. Т2, Т3 берсерки, но хорошо бы построить еще... Дело сделано. Во-первых, запасы по лесу нужны хорошие, чтобы на все хватило. Кирваны трансляции не круто, пока-то... Что? Не пока-то... Твои. Готов, крал. Огонь, моя стихия. Дело сделано. Фаерлорд. Чё надо? Я еще второй Борол не построил. Ну, потому что решил его, видимо, не строить. Сейчас буду с двумя хэдхантерами ходить. Найс. Зул'джин будет отмщен. Давай множься уже, Вась. Дело сделано. Реально затыкался этим с Борусом. Просто его не построил. Зул'джин будет отмщен. Сейчас буду реально с одним героем и с двумя хэдхантерами бегать. Из-за того, что прошлую игру, блин, вспоминал добрым словом. И... Огонь, моя стихия.
Спасибо за ЛС. Все, что пожелаете. Спасибо за пурч. Что прикажете? Солберн. Чего? Так и сделаем. Вообще, после магазина, который сейчас закреплю, куда пойдем? Можно попробовать пойти действительно на мид. С большим количеством этих. Ну конечно, конечно, ребят, конечно. Что прикажете? Эти развалились. Ничего. Будет отмщен. Делаю грейд. Кого убить? Жезл молнии. Не нужен. Выбирай с умом. Не, это не ласт. А хотя я не знаю, сколько займет. Скорее всего, ласт. Если мы сейчас быстро не убьют, то. Все, что пожелаю. Ласт. Так, какая-то тварь. Нифига себе. Что прикажете? Кого? Некем паниковать. Куда пойдем? Чего? Вроде разобрались, пирсинг танкует одни. Позол Джейн будет отмщен. Что прикажете? Кого убить? Очень рискую, конечно. Что прикажете? Так, надо этого немножко отвести, а то ведь... Чего? Что прикажете? И хантеров тоже надо потихонечку отводить. Что прикажете? Кого убитых? Ну все. Куда пойдем? Кого убить? Уйду, не уйду. Не, нельзя на телепорт делать. Куда пойдем? Может, там справа перехватят. Кого убить? Уж лучше дома отличиться, поставить базу. Кстати, Боруса нет еще одного. На 50. Замазываюсь. Реген, замазываюсь. Убили хэдхантера, перехватили. Нет, шреддера еще. Что тоже, конечно же, не хорошо. Тварь из недр пусть лучше. А, нет, вот, смотрите, он успел уйти. Кого убить? Ой, сейчас камень получит. Фейл. Кого убить? Так и сюда найдем. Шреддер есть, шреддера нет. Чего? Ставлю базу. Что прикажете? Стенные колокольчики для хэдхантеров, это топич. Что прикажете? Девайс великолепный. Не понял. Дело сделано. Я вот не понял этого финда сейчас. Он настоящий. Что это такое? Кого убить? Угу. Чего? Сделай. Угу. Хорошо. Кого не понял. Убить? До сих пор не понял. Надо взять ТП, надо взять второго героя, надо взять Шреддера. Шреддера еще очень долго придется ждать. Вроде как куда нужно пойдем? Кастеров, вроде как нужно грейд на Т3. Вроде как... Да много чего нужно. Начнем с обычных вещей. ТП, например, да? Чего? Второй момент это... Даже не знаю, кого тут брать. Алхимик. Кольцо ему передаем. Вампиризм ему тоже передадим. Чего хочешь? Наш... Ни на что денег нет, к сожалению. Куда я пойдем? Сейчас могу попробовать при помощи... Чего? При помощи дракона и самонов убить своего чего соседа. Хочешь? Это маловероятно, я понимаю. Но... Угу. Это лучше, чем ничего. Делаю грейд на Т3. Куда смотрим, пойдем? Что здесь за сосед. Чего? Мудрость опять. Что прикажете? Ну, я... Кого убить? Заходим. Так, лучше по рабочим бить. Чего? Что прикажете? Слушаю.
Чего? Менты пошли. Сейчас нужно просто долго держаться. Кого убить? Чем дольше, тем лучше. То есть вызываем дракона там какого-нибудь. Чего? Куда пойдем? Тут должен множиться Элем, он может даже успеет это сделать. Тут сразу вышку убиваем. Вызываем еще одного товарища. Дальше вызываем Шреддером. Закрываем вопрос по лесу. Криво сейчас сделался. Там форсир выходит. Куда пойдем? Телепорт пошел. Сюда на базу пойду. Что прикажете? Драконом попробую повоевать. Куда пойдем? Проходим так. Давай-ка вот так вот сделаем. Совсем хумов не перевариваю, говорит он. ГГ. Отлично, ставочка на быстрое убийство соседа сработала. Но перед тем, как жестить... А чё жестить-то? Я не буду жестить. Я просто убью его и спокойно поставлю нычку. Возьму свободного рабочего, посмотрю, где это можно сделать. Скорее всего, вот здесь вот надо сделать. Так, после грейда обязательно третий герой. Куда пойдем? Обязательно. Кого убить? С рабочих поубивали. Размножаются элемы. Элемы вторые, элемы хорошие. Что я лучше пойду вот это вот убью, вот эту базу. А, третью, четвертую базу надо делать из шкатулки. Сразу побегу сюда. Алхимик побежит за ботинками. После грейда что нужно? Ой, нужно много рабов, во-первых. Потому что я бестиарий не сделал. Раз, два. И спирит ложи тоже не сделал. Здесь базу пилим. Здесь делаем так. Здесь делаем так. Сапоги откладываются, потому что бабла не хватает. Нужно сначала поставить, закупить базу. Отменяем двух рабочих. Делаем бестиарий. И тут копим 600. Копим 600. Необходимо сделать еще разведочку направо. Накопили 600. Не буду я арбу брать, потому что она будет снимать Soulburn. Кого убить? Сам виноват. Берсерки сейчас доделаются. Грейд на бетон бы хорошо, но леса немножко не хватает. Но это как раз дело поправимое. Шеддер быстро натаскивает. Чего? Очень быстро натаскивает. Да, давайте бетон сделаем. О, архмаг. Кастеры сейчас зайдут. Даже сразу же ауру беру. Так, давай-ка три кастерницы запилим тогда. Что прикажете? О, это очень хорошо. Сейчас просто можно... Можно... Воспрять. Дело сделано. Хорошо. Что надо, хозяин? Сюда лучше рабочих. Здесь чего вот так хочешь? Вот точку сбора еще четырех заказать. Куда пойдем? За ботинками бегим. И сюда за ботинками бегим. Что прикажете? Точку сбора поставили. Делаем грейды на кастеров сначала. Не торопимся, сейчас все равно я не смогу далеко уйти. Можно сделать грейд на Кадоэ. Потому что из лимита сейчас... Так, давай-ка так. Так, сейчас денежка пойдет. С трех, потом четырех баз. Сейчас пойдет. Дайте срок. Можно даже посидеть минутку, не выходя из лимита, делать пока грейды. Грейд на атаку, кстати, этим можно сделать. И вот тут надо запилить еще будет 4-6 выше, потому что это очень ценные базы. И Фаерлорд, на самом деле, сейчас очень хорошо может зайти, если мы прокачаем АМ, и у него будет очень много, ну, хороший реген просто. Если зайдет, то шикарно. Тут не хватает рабов. Тут не хватает рабов. Тут надо сразу двух подстроить, чтобы не терять время. И тут, соответственно, двух подстроить. Сейчас пойдет бабло. Продолжаем делать грейды на кастеров. Без самих кастеров. Ай, все уже. Уже закончилось. Халява. Можно отказаться от хэдхантеров. Потому что у нас много самонов с пирсинг уроном. Хэдхантеры не очень необходимы. Исследование завершено.
Готов, так, вот 4 базы работают на 50 лимитом. Вот грейды делаются, доделываются. И, наверное, надо вот здесь будет вышки сейчас запилить. Тем более здесь рабочий лишний. Нужна древесина. Нужна древесина. Так, давай сделаем вот так вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Сделаю. И потом барак еще. Фигак так. Не-не, зачем? Используй его застройку. Нужна древесина. Использую застройку Хумана. Мой юный подаван. Сделаю. И будет тебе счастье. Ну что, поехали. Кастеров строим. Раз и два. Нужна моя помощь? Ай, некрасиво. Да-да. Сделай. Красота. Кадой нужен, молодой. Выбирай сумму. Инву. Шедр старается. Шедр таскает лес. Исследование завершено. Есть, Кадой пошел. Я добью сейчас немножко хедхантеров, просто чтобы быстрее лимит получить. Чем могу сказать? Ставлю вард пока сюда, пока сюда, потом сюда через shift. И, наверное, сюда через shift. Три свитка есть. Зол Джин будет отмщен. Бладласт. Вижу андеда. Слушайте, андеда-то я без бестиариев-то как буду пилить-то? Самонов моих отдиспелят, только на берсерк в расчет. И здесь тоже андед. Реинфорсмент, а здесь Юлия. Ну, вот Юлию давайте. Юлия Финдом прибегала. Как-то странно. 80 лимита есть? Ёшки-матрёшки. А не офигела ли ты, подруга? Куда пойдёшь? Ну же, прикажешь. Так, вызываем так. Все, что пожелаете. Куда пойдешь, что прикажешь? И сразу нападаем сюда. Куда пойдем? Чем могу помочь? Нас атакуют. Пестинга. Пестинга. Главное сейчас кастеров словить подходящих. Чего? Кого убить? Он идет защищаться. Чего? Чем могу помочь? Немедленно. Кого убить? Чего? Да. Куда пойдем? Что прикажете? Понял. Достигну. Куда пойдем? Приступаем. Дело сделал. Дело сделал. Прикажу. Давай, 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 ну. Кого убить? Да ладно, давай нападать. Куда? Турена возьмем. Нет, вот этого возьмем. Так, Кадой. Есть молодой, вызываю. Рейдж. Еще ВД, пожалуйста. ВД не хватает. Кого убить? Понимаю, что выхожу из лимита, у него не доделают. Почему-то не доделался грейд на Т3. Фаерлорд 5. Можно Soulburn было. Чего? Сначала Магас. Правильное решение. Работаем. Осидочка, Soulburn на Таурена. Давай, покупай с ним его. Обманул, обманул. Куда пойдем? Приказываю. Немедленно. Дело сделано. Кого убить? Куда пойдем? Что прикажете? Чем могу помочь? Да, эта армия, конечно, страшна. Кого убить? Гром и молния. Что прикажете? Только вот алхимику не очень хорошо. Куда пойдем? Ну, это ничего страшного. Ну, приказывай. Все, что пожелаете. Архмаг получил левел ап. Это уже здорово. Кого убить? Чем могу помочь? Еще ВД идут. Чего? Куда пойдем? Нас атакуют. Лечимся. Он закапывается. Вардик ставлю тут. Чего? Эстинга.
Все отлично. Куда пойдем? Приказывай. Дело сделано. Согласен. Что вам угодно? Лем, осидочка, сейчас стан сработает еще. Добью еще финда. Здесь вниз. И надо будет сейчас убить вот эту вот тему. Что у меня есть? У меня есть пилоч. Мне нужно сделать много-много-много бестиариев. Если понадобится сделать... С удовольствием. Сделаю. Огонь, моя стихия. Фаерлорд царский, конечно. Под бладластом вообще. Это девушка на бас. Нет, это не девушка, уже проверяли. Это не стримерша. Дангл, ты не шаришь. Кого убить? Простим-то. Исследование завершено. Медленно добиваем. Дело сделано. Очень медленно. Армор сделаем. Удовольствие. А, ну да, отлично. Использовал вражеский этот... Вражескую базу, да? Нас атакуют. Исследование завершено. Для прикрытия. Это не очень хорошо получилось. Архмагу нужна вторая аура, а потом третья аура. Джулия отстраивает некрополи. Бестиарии нужны вот как раз, чтобы дестройеров всяких убивать. Андедовских. Очень нужны в хорошем количестве. Сделаю ламбермил, потому что вижу, что проблемы есть с лесом. Ну же, приказывай. Чего? В базе осталось 7 косарей, здесь тоже великолепно. Кого убить? Продавать идет. Не успел. 7 косарей в нычке. И здесь как бы очень рано был убит враг. Чего? И там. Куда пойдем? Что я могу еще хорошего сделать? Ну, кроме там... Тауренов с грейдами. А, база... Нет, база есть. Все, что пожелаете. База есть. Причем надо было сразу, конечно, сюда направить кого-то, чтобы акалиты на халяву не добывали. Чего? Я думаю, надо убивать хэдхантеров всех. Делать пока что... О, вижу шедром. Делать пару рабов сюда. Соответственно, пару баз ставить сразу же. Возможно, мне хэдхантеры как раз и не нужны. Дело сделано. Потому что самонов будет все больше и больше. Элементали огненные, элементали обычные. Может, и... Хватит этого. Сейчас штурманим у него центральную базу. Что прикажете? Не добил, к сожалению. Надо нон-стоп уже привыкать вызывать элементалей. Это последняя, я думаю, минут 20. А, так кота просто привела. ГГ пишет, Юлия, ГГ. А, тут базы нет. О, кунг-фу. Вот клапы выставил. Кого убить? Давайте убьем хедхантеров. Кота могут на вебке показать, кстати, сейчас, пацаны. Так что будьте готовы ставить смайлик. Так. Чё как? Не видно, она должна в камеру смотреть. Я не вижу, смотрят или нет, но, видимо, смотрят. Так, все, Бесса, иди, иди, все. Чего хочешь? Ставлю базу. Угу. Ой, тут подходит кто-то. Undead с дестрами. Я не ставлю базу. Я хочу еще баток тогда запилить. Чего хочешь? Хорошо. А это кто вообще по профессии? Смайл, да? Я прилетел.
Я прилетел. Мне надо, по сути, взрывать только дистроф. То есть не нужно перебарщивать с... Чем могу помочь? Не спеши. Выбирай сумму. Да. Вы понимаете, да? С батками не нужно перебарщивать. Мне, по сути, нужно взорвать этих двух... трех дестройеров, которые есть у него в армии. Поехали. Солберн, вызываем. Ой, нет, нет, нет. Правильное решение. Два дестра. Чем могу помочь? Я это... слушаю. А давай выйдем из лимит. Исследование завершено. Ну что, финтов мало у него. Ты начальник, как скажешь. А он телепортируется будет. Это уже и ежу понятно. А нет, не будет. Как скажешь, начальник. Нельзя прилететь. Ну же, приказываем, приказываем. Ой. Что будем жечь? Батки не готовы. Надо телепортироваться. Но... батки все равно здесь. Круто. Взорвутся. Алхимика потерял. Алхимика лучше сразу возьму в этом. Че, командир? Че такое? Как скажешь, начальник. Таверни. Я прилетел. Архмаг со второй аурой, естественно. Алхимика выкупили. Без проблем. Так, кот беснуется. Че такое? Что вам угодно? Но... че он так нагло себя ведет, я не пойму. Я прилетел. Что будем жечь? Я не понял. Как скажешь. Солберн, так. Я так, это... так, так. Слушай. Рейдж. Так. Да, нас атакуют. Че такое? Чем могу помочь? Я это... слушаю. Без опять батки. Прилетел. Блин, батки. Что будем жечь? Чё, командир? Да. Надо, короче, брать этого. Деку надо забрать. Не успеем. Плохо. Очень плохо. Во-первых, не хватает мне парочки... вообще парочки тауринов мне не хватает. Вот так вот. От души. Пока или мы еще не повсюду. Тауринов очень не хватает. С кастерами, допустим, уже все будет ок. Хватит. Мейн скоро закончится. Сюда пару рабов. Грейд нужны. Леса не хватает. Может сюда? Нет, это тоже немного. Беру инву. Попробую сбегать в центр, посмотреть, что там по... по девайсам. Ну же, приказывайте. Свиток готов. Чем могу помочь? Что такое? Надо повзрывать его заранее. Так что нужно сделать? Что будем? Если есть возможность, сейчас просто пойти повзрывать его. Кадоя и сделать одного. Инвул большой вижу. Че такое? А можно ему просто, да, просто шахту побить. Почему нет? Дело сделано. Он заказывает дистроф. А, тележку? Я это... очень интересно. Че такое? Ну я слежу за... Но... че, командир? А он возвращается? Окей. Вообще проверить надо еще его
центральную базу, которой нет. Значит, периферийные там у него работают. Дерева не хватает. Появилось дерево. Работаем. Чем могу помочь? Да. Не, надо подождать, когда он снова закажет. Вот, чтобы сразу атаковать, и он может не успеть отменить. Но исследование завершено. Ну, как бы минус 250, минус 250. Приятно, правда ведь? Я это... слушаю. Как скажешь, я вообще, конечно, повзрывал его. Нас уже там. Золотой рудник. Что такое? Нет, пробуем. Ты начальник. Как скажешь. Круто. А почему нет? Двух только потерял. А тут сразу ЛМ тебе. И я могу дозаказаться, что, собственно, и делаю. Привожу рабочих сюда. Это сюда. Чем могу помочь? Вызываем раз, вызываем два. Главное, дестрои, чтобы... Гурен только-только идет. Золотой рудник обрушился. Один Митвеган подрезал. Тестинго. Чем могу помочь? Ну же, приказ. А следующая пошла, я жду, когда будут... Правильно. Будут дестры. Светок пошел. Дестройеров пока нет. Стан сработал, убиваю деку. А седочка третья пошла. Что будем жечь? И сразу же сюда полетел. Угу, чего хочешь? Беру Торина. Ставлю здесь базу. Ставлю здесь базу. Че такое? Убиваю здесь, а тут нет у него нычки. Ну и отлично. Ну и замечательно. Осталось нам доделать грейды 3-3 на тауренов. Я это... Чем могу поставить варды в ключевых местах. Трушот надо взять обязательно. Что трушот даст и элемам, и кастерам солидно так урона. Ну и, в общем-то, двум рейнджовым героям. Да, и кажется, трушот работает на алхимика, когда он по воздуху атакует. Поэтому девайс-то хороший. Так. Бас здесь нет. По центру двух. Это хорошо. Я продвигаюсь вперед. Вызываю. И, судя по всему, буду поддавливать. А, это его нычка. Это не его база, это его нычка вообще. Мейн-то у него наверху. Я это... слушаю. Так что не зря я сюда зашел. Главное, чтобы он не стелепортировался сюда. Это, кстати, у него, возможно, последний добывающий. Он ее продает. Слушаю. Натурал-то должен был уже закончиться. Но... Правильно. Что будем жечь? Проверим сейчас. Да, вот он выходит в центральную базу. Я это... Ну же, слушаю. Беру жезл иллюзий. Кстати, может помочь. Превосходно. Архмаг здоровый такой. Второй элементаль меньше архмага. Нужна моя архмаг помощь. Чисто для себя крепится, для души. Чем могу помочь? ЛМ справится. Здесь ждем, когда будет старт строительства. Беру свиток. Что такое? Я вижу, что ты здесь начальник. Он был. Как скажешь. Он здесь был. Без проблем. Беру свиток раз. Но... Может, на мейн к нему, а? Нас атакуют. Реально, что может, просто взять и на мейн прийти. Так, делаю иллюзии. Чтобы освободить лимит. Ой, чтобы освободить слот. И взять еще... и уменьшить вероятность того, что он меня будет... херокилить. И приходим к нему на мейн.
А есть у нас Таурен один. Нас Смайл ждет. Вард ТЕ. Много финдов. Слушаю. Он готовится. Что будем жечь? Поехали, чё? Ну. Я это. Слушаю. Чё, командир? Города победить. Ты начальник. Как скажешь. Ловит сеточкой. Я это. Слушаю. Я вызываю лемов. Чем могу помочь? Да, круто. Главное. Приступаю. Это плохо уже. Золотой рудник обрушился. Да. Не уйдешь. Я заказываю кастеров. Сэлберн. Да, может ультанем тогда просто вот так вот. Рейдж, осидочка. Золотой рудник обрушился. Хорошо, ульта пошла. Правда, Сэлберн тут же. Чем могу помочь? Я это. Слушаю. Таурен упал. Нужна моя помощь. Так, и алхимик падает. Я телепортируюсь. И резурект еще. Хорош. Но мне, получается, не нужны бабки. Мне нужно сделать побольше тауренов. Чтобы всю эту тему собрать. Здесь переходим на базу. Кажется, Шреддер сачкует. Очень плохо. Я это... Слушаю. Беру ТП. Он должен выдвигаться. Алхимика я не могу по-другому. Ну, кроме как... Слушаю. У нее есть возможность, кстати, дестров поднять. Парочку, по крайней мере, есть. Окей, беру свиток. Архмаг почти пятый. Ничего не пошло. Пал четвертый, это свиток резуректа был. Ну тогда Таурен и Кастер и все. И проломим. Может быть и не стоит проламывать, просто потому что у него скорее всего нет. Нет, у него базы. А если это так, то пусть сидит себе. Нужна древесина. Я не против. Архмаг пятый переварил кодой. Финда. Да. Чем могу помочь? Теперь маны будет очень много. Я это. Тележку можно подрезать. Тихо-тихо-тихо, это не та разведка, которая. Что будем жечь? Ладно, проверю просто сверху и все. И третий таурен, наверное. Хотя зачем третий таурен? И так-то справимся. Серьезно, справимся. Тут квест. Слушай. Соответственно, надо проверить, есть ли у Смайла база по центру, что маловероятно. Сбегать может сюда архмагом. Здесь нужна лавка. Нужно еще, наверное. Дело сделано. Чего хочешь? Так, Мак, что можно взять? Инфернала можно взять. Вот это лучше, чем. Ну, чем что бы то ни было. И резурект еще. Вот и все. И вот теперь уже можем приходить к нему абсолютно спокойно. Мейн, не мейн. Да, тут квест, видите, стоит. То сейчас идем убивать Смайла. Добивать, так скажем. Можно еще парочку спиритволкеров, ой, да, спиритволкеров, братрумов, короче говоря, сделать. Ну же, приказывай. Чем могу помочь? Угу. Рабочий тут потихонечку начинает пилить вышки, но это так. Далекое-далекое будущее. Есть два таурена, есть кадо, есть кастеры. Что вам угодно? Тут рабочих надо потихонечку. А, нет, иди лучше сюда. Там скоро рабы. Что надо? Опа, тут перебор. Иди сюда. Квест ливнул. Дело сделано. Это же квест был. Чем могу помочь? Что, его Смайл, что ли, убил? Приступаю. Ладно, вызываем. Спамим нон-стоп, просто нон-стоп. Есть база, пошла. Везде стафы. Чем могу помочь? Чего хочешь?
За ТП вы последите. Мне кажется, он почему-то сзади подойдет. Главное не забыть сделать инфернал. Будет инфернал, будет замечательным. Пару вардов здесь поставим еще. Чем могу помочь? Проблема! Не жалеем ману. Не зря архмагом. Ну, вот смотрите, как мана регенится. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Убиваем Смайлу Мейн. Видимо, он не собирается. Но точно уже не успеет чего сюда прийти, хочешь? Чтобы защититься. Угу. Тут перебор по рабам. По крайней мере, один-то точно лишний. Надо их постепенно всех в центр уводить. А потом уже убивать лишних. А лишние будут. Смайл улыбается. Здесь вот точно лишний рабочий. Дело сделано. Дело сделано. Чего хочешь? Нужна моя помощь. Давайте попробуем сделать разведку на центральную вторую и вот левую верхнюю. Если она не квестовская, то вопрос, чья она. Что такое количество вышек вынести, это надо постараться. Но, видимо, это старая разведка. И эти вышки уже были довольно давно. Так, убили у Смайла Мейн. Здесь, кстати, здесь может быть его база все еще. В центре никого. Делаю вышку. Бегает Бейкон Эри. Да ладно. Дело сделано. Это поворот. Чего хочешь? Дело сделано. А база тоже бей канеревская. Здесь тоже никого нет. Reinforcement бей канери смайл. Это поворот. То есть я тут самый жирный вообще. Смайл пишет ГГ. Остается reinforcement и бей канери. Я, пожалуй, выйду из лимита. Сейчас город напали. Reinforcement, девятый козел. Что вам угодно. Ой-ой-ой-ой-ой. Это круто. Да. Если там козел девятый, представляете, да, что там еще может быть? Жуть. Ну же, приказывай. Он просто свои здания убивает. Смайл. Так, ну ладно, козлы это не страшно. Чего козлы нам сделают, правильно? Чем могу помочь? Дело сделано. Понял. Дело сделано. А вот то, что у меня там банши, ну хотя банши тоже, диспл есть. ДК седьмой. Тинкер седьмой. Ну я предлагаю сходить в атаку. Инфернал есть, закупка есть. Анти-эйр тоже есть, ну то есть если он поднимет просто бой бравых своих дестройеров, а без дестройеров ему сложно будет справиться, я полагаю. У него маленький лимит. Слышь, у тебя лимит маленький. Но поехали. Что будем жечь? Нестров поднимает. Рейдж, осидочка. Ну поехали. Взрываем, 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 взрываем. Линк, линк, линк. Т. В. Алхимик умирает, естественно. Так, инфернал давай закинем сюда. Алхимик был слишком молод, конечно. Приходит еще кто-то. Орк приходит. Сжигает меня полностью. Я отступаю. Что будем жечь? Потому что как бы как быть? Пытаюсь взорваться вражеских баток. Взрываюсь.
Убиваю базу этому. Золотой рудник обрушился. Алхимик выходит. Рабочий переходит сюда. Нас атакуют. Один идет сюда. Ой, все. Отлично. Ну же, приказывай. Приказываю. Можно вот этого забрать? Вот это, просто забрать деку, понял. Пожалуйста. А, у него... Понятно. Что вам угодно. А резурок есть? Правильно. Не, надо телепортироваться, пацаны. Там дестройеров много, а я пустой. Золотой рудник. А так ничего не потерял. Здесь закончились тоже денежки. Рабочих на убой. Инфосоточка. Беру ТП. Приказываю. Еще один хилинвард. Под одним не греется, не тепло, да? Реинфорсмент под там Unholy Frenzy, всякой разной темой. Но кажется, у него проблемы с... Во-первых, можно прийти к нему на мейн. А можно просто убить ему последнюю добывающую его базу. Скролл фристор вижу. Беру сразу же. Что вам угодно? Нахожусь еще рядом. Я прилетел. Слушаю. Им надо из лимита выходить. Хотя, а кем? Вот кем? Опять батками? Но... В общем-то, да, батками давай. Что чем могу помочь? И парочку еще одного ВД делаем. Но... Важнее, какие девайсы продаются. Но будет еще инфернальчик какой-нибудь? Будет? О, инфернальчик. Другое дело. Вызываем, да, подходим. Алхимик бежит. Это изи. Извините, у меня лимит. Так, дождусь баток. Не зря ж я тут. Чем могу помочь? Ладно, не будем дожидаться. Т, В, вызываем раз. Б. Чем могу помочь? Так, главное алхимика не отдать так просто. Не-не-не, только не атакуй меня, пожалуйста. Ты очень силен. Че, поехали? Без проблем. Что вам угодно? Так, так, так. Осидочка. Раз, два, раз, два, три. Работаем, едим, едим, работаем. Таурен упал. Таурен резуректим. ЕТ. Взрываем дестра. Еще одного продаем. Кого-нибудь подороже. Дестра и продаем. Еще бы вот сюда, вот еще здесь. Вот так вот. В. О, он хочет этого убить. Удар молнии. Умер. Массовый ТП. Инсинерейт. Кадоя воскресить. Воскресить пару тауренов. Рестор пошел. Так, так, так. Спиритлинг. Что вам угодно. Блин, опять не хватает. Давай резурект. Ой. Да я хочу дестров ручками побить, но ручками не получается, не телепортироваться. Да будет, да. Давай дестройер подадим. У него хороший герой, очень хороший. Я прилетел. Прям уже умеют. Что такое? Немедленно. Ставлю хил, добываю лес. Денег, чё вагон, убиваю еще 5 рабов, это полторы батки. Не понял. Ясно, тут я и Канери зашел. 6, 5. Плохо. Знахаря вызывали? Что такое? Это плохо. Что будем жечь? Надеюсь, он сюда подойдет. Да, вот это шанс, кстати, мне. Раз, два, три, четыре, пять. Все, пять. Ровно пять. Цифра 5. Начальник, как сказать, уже там. И да, заказываем новых. Беру кастеров. Я это... Слушаю. Не, да это дело.
Еще. Круто. Я без ТП беру лучше 2 ТП. Чем могу помочь? Десятый козел с коронами, со всем, со всей лабудой. Иначе у него работает. Второй кодой мне зачем-то. Таурены нужны. Таурены я потерял одного. Ладно, телепортируюсь сюда просто. Как же... Ну, у меня есть массовый ТП для начала, да? Есть? Есть. Что я могу сделать? Дай. Не офигел ли ты? Чё, командир? Тестим го. Что будем жить? Чем могу помочь? Чё такое? Правильно. Я и Канери наглый. Что будем жечь? Приказ. Убил мне, во-первых, магазин. Справа может базы добывать, надо проверить их. Чем могу помочь? И вот сейчас просто я реинфорсмента оставил, и это может мне боком выйти. То есть если он лимит-то сделает, у меня больше не будет такого преимущества. Герой-то у него круче. Слушай. По крайней мере по уровню. Что будем жечь? Реинфорсмент здесь. Я командир. Тут 4 косаря в базе. Чем могу помочь? Я это... Слушай... Здесь тоже добычи нет. 3 косаря. Уже там. Я слышал зов. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну же, приказ. Попробую затариться. Есть ли там что вообще? Нет ничего. А, Аши и да ходят. Немедленно. Ходит, бродит Шейда. На патруле. Я бы подождал. Я бы немножко подождал. Слушайте, ситуация не очень хорошая. Лимита у нее немного, но, во-первых, есть еще орк. И непонятно. Непонятно, сколько его. То есть, если у нее, например, верхняя база. Их-то двое осталось, да? Двое. А, у Андеда вторая база есть. Он только ее ставит. Форсмент ставит. У меня времени мало, ребят. У меня очень мало времени. Выхожу из лимита. И теми другими третьими. А где ж там нет этого? В первом мне, да, кадоем? Понял. Как скажешь, начальник. Без проблем. Ладно, поехали. Продаю вермак. Слушай. Жду хороших девайсов. Чем могу помочь? Правильно. Блин, его много. Но. Уже там. А у меня подкрепа только-только идет. Чё, командир? Приказываю. Круто. Ладно, поехали. Что будем жечь? Не, не поехали. Понял. Чё, командир? Что чем будем могу помочь? Немедленно. Я это... Слушай. Раз, два, с рейдж. Продаем. Еще взрываем. Осидочку сюда. Солберн. Блин, все хреново. Так хреново просто. Тинкер, правда, падает у него. А мне алхимик сейчас упадет. Что вам угодно. Падает алхимик. Правильный. А дестры нужны. У меня дестры так отжираются. На моих самонах, на моем бладласте. Что тебя беспокоит? Я враги. Поэтому я жду. Проблема! Ну же, приказывай. Завожь. Чем могу, чем могу помочь? Моя стихия. Да. Че такое? Слушаю. Чем могу помочь? Так.
Слушаю. Ключевое, ключевое. Это дестры. Дестры. Вам нужна моя помощь. Попробуем. Раз, два, три, раз, два, три. Да, бабки отдаются, как всегда. Я это... Да. Слушаю. Жалко, алхимика нет. Чем могу помочь? Он бы мне помог. Ладно, есть небольшой запас по ресурсам. Теоретически я могу... Так, а давай-ка вот так вот так вот сделаем. Я же могу? Не, не могу. Че, командир? Уже там. Приказывай. Я слышал зов. Перебор по шаманам. Алхимик потихонечку идет. Может взять еще вот такого вот товарища. Я не помню, диспелится он или нет. Так, побежал. Ой, хорош. Вот Бьяй Канери пользуется случаем. Я это... Правильное решение. И ставит базу. Тут транквилом. Может, инвул взять? Место кольца плюс 2. Вообще, какой-нибудь рестор бы попер. Я это, командир. Слушаю. Полечу пока батками. О, корона короли. Чем могу помочь? Моя первая корона называется. Да, инвул нужен. Не хочу я давать две базы. Там 10к, Карл. Понимаю, что сейчас... Гораздо важнее тот факт, что у Андеда две центральные базы. Ну, это... Что будем жечь? Я это... Слушаю. Чё, командир? Да, там дестройеров будет вагон. Чего сделал? Чего хочешь? Ставлю базу здесь. Ну? Что такое? Не уйдешь. Инфернал нужен. Начальник, как скажешь. Есть еще одна корона. Пожалуй, возьму... Возьму даже алхимика мне. Корону эту. Я архмагом возьму. Батки здесь. Вызываем раз, вызываем два. Чем могу помочь? Так, орк идет. Нет, пионы просто идут. Нас атакуют. Так, продаю одного дестра. Я это... Слушаю. Ой, архмагу плохо. Ой, архмагу плохо. Все, архмаг минус. Я телепортируюсь нафиг. Надо. Надо взорваться, взорваться, взорваться. Просто попробовать. Вообще не взорвался. Нисколько не взорвался. Без проблем. Потерял АЭМа. Очень важного. Героя. При этом бабла у меня нет. Уже там. Ну, армия это на... В смысле, мана накоплена. Что будем рейдж? Ладно, поехали. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Осидочка, рейдж, Т, Е. Так, так. Да, вот сейчас этот умрет. Транквилу надо юзать. Здесь диспелим. Нет, стомп делаем. Еще осидочка. Давай продадим. Так, еще стом. Там надо вообще по КД стом делать. Чуть назад. Чем могу помочь? По КД стом. Осидочка. Стом. Давай, продай. Нет, не продаст уже. Хорошо. Не добил я. Чем могу помочь? Алхимика. Здесь рабочие. В атаке. Девятый. Дождь, моя стихия. В чем так, это дело? Урен там не умер у нас? Умер. Что нужно? Еще одного Таурена хочу. Приказ. Вообще, мне мало кто умер, на самом деле. Чем только баток я отдал.
Дело сделано. Отменю Таурена. Не буду выходить из лимита, что бабла нет. Никакого запаса нет. Надо найти еще где-то бесхозных рабочих. Попробовать, возможно, убить. Чем могу помочь? Убить пару шаманов. Архмаг готов. Телепортируется сразу сюда. Мне нужен ТП, нужны свитки. Ну и, конечно же, нужны батки, к сожалению. А точно батки. Вот этого еще надо убить. Да и одного... Одного с... Одного ВД можно убить. Он тоже тут особо... Нет, нормально. Свиток раз, свиток два. Подходим, видим корону королей. Покупаем, продаем. Бабла нет. А, но, возможно, возможно... Что будем делать? Вам нужна помощь. Базы. Можно попробовать побегать. Инвул есть. Продавать ему вермов, дестроеров. Да что угодно попродавать. Все в плюс будет. Единственное, что я нифига не вижу ночью. Чем могу помочь? И это печально. Разбегусь, поставлю варды. Есть инфернал, надо ждать. Еще пару рабов, чтобы процесс шел. Проверю базу тут. Вижу, продам сейчас. Продал, отлично. Ну, на инвул. Он будет преследовать, скорее всего. Ну, он, по крайней мере, ультует тинкером. Баток мало. Некросы идут. Ладно, некросы это ладно. Мы их... Мы с ними должны справиться. Чё такое? Я это... Да. Слушаю. Как скажешь, начальник. Приказываю. Я пытаюсь из лимита выйти. Продаю еще одного дестроера. Надо сплетануться, наверное. Немедленно. Тут ничего в продаже не появилось. Нет, нет, надо телепортироваться, пацаны. Там еще орк нападает сверху. Ну и ясно, конечно. Конечно же, конечно. Конечно, лучше просто, лучше. Все, жмемся рядом с вышками. Ну, орка там тоже лимит. Убивает мне эту базу. Что нужно? А мне еще грейды не все на тауренов. Че такое? Что будем жечь? Тут вроде как добыча идет, по центру тоже добыча идет, но... Тут, наверное, надо уже разводить, типа, пытаться. Брать ТП. Приходить. Я прилетел. Застрял. Можно было делать резурект, кстати. Жук пятый, шестой. Ну чушь, ради экспы только это брать, но я рискую. Там у Андеда, понимаете, у Андеда две центральные базы. Но две центральные базы. Слушаю. Нас атакуют. Это чушь, на самом деле. Ну вот, просто ничто. Но если я даже хоть немножко потеряю на орке, хоть чуточку потеряю на орке, Undead меня и так сейчас особо не прощает. То есть встреча по центру приводит к тому, что... Приказывай. Так вот, Таурен, кстати, можно воскресить. Что тебя беспокоит? Что случилось? Я понимаю, что будет апкип, все дела. Вот сейчас уже и не будет апкип. Продаем. Не, не продаем. Опасно так ходить, опасно.
там взорвать? Так, орк здесь. Страшен. Буду следить. Пойду к андедам. Вижу шейду. Нужна моя помощь? Поехали. Начальник, как скажешь. Немедленно. Сразу ультуем. На пофиг. А, он уже телепортируется. Что? Ладно, я делаю ТП. Я массовый. Это... Надо попробовать успеть слушаю. Продать. Не-не-не-не, нет. Две бабки не улетят, кажется. Ну, где ты? Где ты? Почему продал не дестройера, а этого я не знаю. Агрит ли орка или не агрит? Наверное, нет. Надо сидеть, улыбаться здесь. Подходить, продавать. Можно, конечно, проверить две базы справа у орка, но... Что-то мне кажется, что за них не стоит уже сражаться. Алтарь хочу убить. Хочу убить алтарь. Продаю одного там. Не продаю. Слушайте, а может у него ТП нет? Да, похоже на то. Продаю тогда. Раз, два, три, раз, два, три. И массовый ТП. Кого-то я оставил там, кажется. Да, молодец. Минус алхимик. Там еще крипл. Это провал. Ну, не поместился алхимик. Вроде как нужно резуректить, но я могу на этом резуректе просто отдаться. Я это... Леса нет. Слушаю. Я прилетел. Леса я нет, это... леса нет. Хотя бы финда может убить. У него алтаря нет, не забываем. Чем могу помочь? Слушаю. Слушаю. Блин, ну это капец, конечно. Неужели я тут отдамся так? Что вам угодно? Не должен. Чем могу помочь? Что отдамся? Я это. Слушаю. Что отдамся? Но. Ой, Animate Dead сейчас был. Что вам угодно? Архмага бьют. Будет исполнено. Согласен. Ну же, приказ. Ой, там инферно. Тут же нет возможности что-то сделать. Я просто телепортируюсь на мейн. На 40, блин, двух хита. Приходит сзади орк. Сжигает андедом. Это интереснее. Так, и он ливнул. То есть остался орк с хорошим лимитом, который сейчас получает массу бабла. Я попробую уйти. Попробую уйти. Надо вспомнить сейчас о... А он может меня чем-то цеплять? Только импейл. Ладно, пофиг, надо продавать. Иначе я не справлюсь. Беру ТП. А, Шедро здесь отдался. Понятно.
Чего хочешь? Собираем лес. Делаем несколько Нет, я не уверен, что надо делать шаманов нескольких. Надо где-то базы ставить. А где, непонятно. Продам Таурена. У него дофига лимита, конечно. Промахнулся. Ладно, Bloodlust. Че надо, хозяин? Мне тут только халява спасет какая-нибудь. Так, тут халява не пройдет. Чем могу помочь? Что вам угодно. Да будет так. Превосходно. Да. Так, добью лучше. Да, фух. Надо бегать постоянно, продавать ему. Капец. Поехали. Не хватает маны. Так, а давай-ка мы массовый телепорт. Чего я торможу-то? Ну, давай-ка сюда. Знахаря вызывали. Чего я торможу? Я же могу ему все базы просто бить. Так, тут продаем кадоем. Нужна моя помощь? Чего хочешь? Телепортируемся просто. Что вам угодно. Просто телепортируемся. Ой, плохо. Бери инвул. Побежал, побежал, побежал. Под инвулом. Под инвулом тоже не удастся. Не хватает маны. Все. Это конец алхимику. Че надо, хозяин? Наш герой. Чего хочешь? Иду сюда рабочим, пытаюсь восстановить алхимика. Что вам угодно? Чем могу помочь? Беру одного раба. Хозяин? Пытаюсь поставить тут базу. Да. Он докачал. Ну тут 10к, на самом деле. 10к, ребят. На наш город напали. Алхимик не успеет выйти. Что я могу? Поставить алтарь ты типа можешь. С удовольствием. Сражаться ты здесь типа можешь. Ладно, давай. Последний бой, он трудный самый. Ой, что-то не все телепортировались. Ну же, приказывай. Да, на наш город напали. Красавцы. Приказывай. Нужна моя помощь? Так, я отступаю. Надо заткнуть этого и телепортироваться к этим. Чтобы хоть что-то получилось. Героя нет. Алтарь здесь надо пилить. Можно попробовать отменить ему эту базу. Чем могу помочь? Что вам угодно? Ну или спровоцировать как-то. Чего надо, хозяин? Ну и вот тупо много. Сражаться до появления алхимика я не могу. Базу убиваем. Ставим. Идем на последнюю выбывающую. Мне еще может не хватить саплаев. И скорее всего не хватит. То есть нужно сейчас очень быстро заказать героям. Иначе пиши пропало. Нужна моя помощь? Ну же, приказывайте. Да. Сразу сделать ТП. А уже лимита нет. Я не успел. Чуть-чуть не успел. А, он телепортируется? Нет, оказалось. На наш город напали. Так, можно попробовать вот здесь посражаться, если он полезет, даже без второго героя. Ну же, приказывай. Да, вождь. А он какой? Он оранжевый, я даже не знаю, где он находится. Да. Правильное решение. На наш город напали. Боров где?
Бору где... Ай-яй-яй-яй-яй. Вот он, Бору. Его уже не хватает. Дело сделано. И денег не хватает. Чего хочешь? Перевожу сюда рабов. Приказывай. Сюда я телепортируюсь на всякий случай. Понял. Опять же, не все успели телепортироваться. Вижу его здесь, вижу, он идет на базу. У него 80 лимита. У меня не все герои. Надо попробовать продать девайс, чтобы тупо алхимика... А, есть. Есть, есть, есть. Он меня с собой видит. Он меня видит с собой. Ну же, приказывайте. А, он сюда идет. Сражаться, не сражаться, давай сражаться. Приказывай. Не всеми опять телепортировался. Чем могу помочь? И это ошибка грубая. Застряли всем. Я телепортируюсь тогда вот куда-нибудь сюда, наверное. А некуда телепортироваться. Там ультует жук. Часть идет неправильно. Надо отсюда валить. Что вам угодно? Надо телепортироваться сюда. Чё надо, хозяин? Заказывать нужно героя золото. Только не в этой, а вот здесь вот. Нужно золото. Дело сделано. Да. Чё надо, не успею. Хозяин? Не успею, не успею, не успею. Он сейчас пойдет. И я уже буду. Нужно золото. Хотя если мне удастся. Ладно, заказывай героя. Да там трендер, смотрите. Инфернал есть в продаже, но я могу выиграть, знаете, со временем. То есть продавая, продавая у него юнитов. Или если у меня там будет база работать, или... Но так как сейчас, я не выигрываю никак. Подождите, если только через героев, у него есть ТП? ТП есть. Плохо. Так, убью я ему алтарь тогда лучше сразу же. Что вам угодно? Приказу. Ну же, приказу. Да, ультанем. Что тебя беспокоит? Ну же, приказывайте. Так. Что вам угодно? Как чего не крути. Хочешь? Нужна моя помощь? Нас атакуют. Он сейчас убивает последнюю базу, вот эту вот верхнюю. А я типа должен за нее сражаться. Даже без алхимика я должен за нее сражаться. Стою за базу, ставлю варды. Вызываю как могу. Там флеймстрайки и всякая хрень. Ой, он заметил строящегося героя. Ну, идет сюда. Да. Нужна моя помощь? Чё надо, хозяин? Чем могу помочь? Что вам угодно? Немедленно. Да? Прикажу. Достигну. Да. Раз, да, два. Да, уж. Правильный. Превосходно. Бежит, бежит. Ну же, прикажу. Чего желаете? Нужна моя помощь? Там старфол, как вы видите. Приказывай. Это не самое страшное еще. Жизнь. Приходит. Алхимик. Он начинает бить. Нещадно. Он не уйдет. Хотя под рейджем. Вроде как-то уходит. Ой, тут там страйк еще. Алхимик, ты не в первой группе. Во славу Орды. Чего хочешь? Мне преследует. Нас атакуют. Не хватает маны. Так, что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Есть у меня рабочий вообще? Жизнь и нету.
рабочих. Ну же, приказывайте. Он идет на последнюю точку. Элиминейтить. Чем могу помочь? 800 осталось. Может, инфернал зарешает? Давай-ка по-быстрому сюда. Мне все равно делать нечего. Рабочего я не построю, надо хоть как-то деньги потратить. Три последних здания. Если у меня добычи нет, то это может подрешать. Беру инфернала. Что вам угодно? Чем могу помочь? Делаю телепорт сюда. Последнему Боросу. Вызываю раз, вызываю два. Раз, два. Продаю Таурена. Рейдж, осидочка. Инфернал сюда пошел. Диспол, диспол, диспол. Рейдж Фаерлорда бьет. Блин, Фаерлорда не уследил. Хотя он такой, что хрен за ним уследишь. Фаерлорд падает. Осидка сюда. Диспол, диспол, диспол. Архмага бьют. Нужна моя помощь. Мудрые слова. Химика бьет. Вижу. Пошла. Средний Боро. Нужна моя помощь. Чем могу помочь? Он разваливается вроде. Он сейчас будет бить последнего. Приказ. Нет. Да, не хватает. Станы, станы, станы. Станы. Да ладно. О, да, детка. Это круче, чем оргазм просто. Капец. Вот эта игра. Warcraft, конечно, гениальная игра. У меня нет слов. Просто нет слов. Зарешала все вплоть до последнего инфернала. Да. Все, ГГ. У меня 19 голды. Ну да, у меня тоже немногим больше. Ну хотя у меня 800, но рабочих нет. Это было очень круто. Привет, Михаил. ГЛХФ увидел стрим по УФО. У друзей сколько не спрашивал, никто не помнит эту игру. Спасибо за стрим, вспомнил детские годы. А, да, тоже гениальная, конечно, игра. Много раз проходили XCOM в разных видах. И в новые играли, и второй я жду. И первые два раза проходил на Супермене, второй раз без сейвов, кажется. Ну, то есть, типа, с одним сейвом. Iron Man. Хорошая игра. В общем, было круто. На этом все. Начало третьего, пора спать. Спасибо большое за внимание. У нас там сайт вроде немножко ожил. Несмотря на огромное количество зрителей, но мы будем решать эту проблему. Я эту проблему предугадывал где-то за неделю, за две. Там Ильдар ее предугадывал. Вот. Но немножко не успели с установкой новые железки. Хочу вас пригласить, пока не забыл. Во-первых, в воскресенье будет Верментайт, вчетвером коопчик. В понедельник будет стрим по сайту. А завтра, то бишь в субботу, непонятно вообще, что будет. Но, возможно, тоже вечерком что-то будет. Благодарю вас, что смотрели, благодарю, что болели. Рад, что эмоциями поделился, особенно, в частности, по последней игре. Мне понравилось. Спокойной ночи.